Brian Tracy, and welcome to Leadership. Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Я представляю свой видеокурс «Простые правила личного успеха». Много лет назад я задался вопросом, почему одни люди более успешны в жизни, чем другие. В то время я занимался продажами и захотел узнать, почему у одних людей получается продавать лучше, чем у других. Когда успешные продавцы раскрыли мне свои секреты, мои продажи пошли вверх. Когда я стал менеджером, то захотел узнать, почему одни менеджеры успешны, а другие нет. Я поступил точно так же. Внимательно выслушал советы успешных менеджеров и вскоре стал владельцем компании стоимостью в $265 миллионов. Наконец, я начал консультировать крупные и мелкие компании. Мне стало интересно, почему одни компании оказываются прибыльнее других. Я стал изучать секреты их успеха, применять их на деле и рассказывать о них другим людям. В простых правилах личного успеха мы говорим о трех критически важных для успеха факторах. Первый — умение эффективно управлять переменами. Мы рассказываем, как успешные люди действуют в эпоху перемен. Вы узнаете, какими интеллектуальными качествами надо обладать, чтобы достичь успеха в любом деле, как научиться ставить перед собой по-настоящему важные цели. Во второй части мы говорим о точке фокуса и мышлении 21 века. Мы расскажем, как сосредоточиться на достижении самых главных целей в жизни и работе. Успешные люди ориентированы на будущее, на достижение целей и осуществление планов, которые четко сформулированы и изложены на бумаге. Успешные люди стремятся к совершенству во всем, чем бы ни занимались. Чтобы развить видение будущего, помочь формулировать цели и достигать совершенства в своей области, мы предлагаем вам несколько эффективных упражнений. Мы рассказываем об ориентации на решение, о способности эффективно решать встающие каждый день проблемы. Вы узнаете, как развить ориентацию на продажи, способность резко повысить объем продаж и прибыльность вашего бизнеса. Мы рассказываем об ориентации на людей, о том, как строить взаимоотношения с людьми, значимыми для вашей работы и личной жизни. Наконец, мы говорим об ориентации на действие, о том, как стать человеком, который действует быстрее, успешнее и эффективнее остальных людей. В завершение мы формулируем 7 правил эффективного лидера. Как жить в режиме постоянного обучения, как добиваться поставленных целей, как извлекать опыт из допущенных ошибок, как обращать любое явление или событие себе на пользу. В конце семинара мы поделимся идеями о том, как преодолевать барьеры между людьми и добиваться успеха. Итак, сядьте поудобнее, пристегните ремни и расслабьтесь. Сейчас вы станете участником одного из тех замечательных семинаров, с которыми уже познакомились более 500 000 людей в 25 странах мира. I have some good news for you. У меня есть для вас отличные новости. We are living at the very best time in all of Russian history. Мы живем в самое лучшее время во всей российской истории. There are more possibilities and opportunities for the future than have ever existed before. Сейчас открываются перед людьми гораздо больше возможностей, чем когда бы то ни было. And more people are going to achieve greater financial success than ever in history. И гораздо больше людей достигнут финансового благополучия, чем когда-либо в истории. And your job is to be one of those people. И ваша работа — стать одним из тех людей. And our job is to help you to get there. И наша работа — помочь вам в этом. Is that a good goal? Как вам нравится эта цель? Now, how can you tell who a person really is inside? Как можно понять, каков человек внутри? How can you tell what their real goals are? Как можно понять, каковы настоящие цели человека?
How can you tell what their values or their beliefs are? Как можно понять, каковы его убеждения или ценности? Is it what they say? Это понимается на словах из-за того, что он говорит? Is it what they write? Или из-за того, что они пишут? How can you tell? Как понять? What they do? Only by what they do. Только потому, что они делают. Only what you do tells what is inside you. Потому что только ваши поступки говорят о том, что внутри вас. And because you have come here today, that means that inside you is great success. И так как вы пришли сегодня сюда, это говорит о том, что у вас внутри есть потенциал к потрясающему успеху. We say that you are a successful person looking for a place to happen. Мы говорим, что вы действительно успешный человек, который ищет себе постоянного пристанища. Now, how many people here would like to double their income? Сколько из вас хотели бы зарабатывать в два раза больше, чем сейчас? If I can show you how to do that today, will you try? Если сегодня я покажу, как это сделать, вы попробуете? I know that everyone will double their income if you live long enough. Поэтому я знаю, что каждый из вас увеличит свой доход вдвое, если проживет достаточно долго. The average income increases at about 3% per year. Потому что в среднем доход любого человека увеличивается на 3% каждый год. So if you work for 22 more years, поэтому если вы будете активны в бизнесе еще 22 года, with compound interest, тогда, если мы соберем все проценты вместе, you'll double your income. Вы получите удвоение дохода через 22 года. Is that what you want? Вы к этому стремитесь? Нет, нет! When do we want to double our income? Когда мы хотим, чтобы наш доход стал в два раза больше? Now here's two things that I discovered. И вот что я понял, две вещи, которые я открыл. Is your income is largely determined by yourself. Ваш доход определяется вами самими, по большому счету. Most people think their income is determined by outside factors. Большинство людей считает, что на их доход влияют какие-то внешние факторы. But most of your income is determined by yourself. Но на самом деле большая часть вашего дохода зависит только от вас. It's determined by the things that you do. Это определяется тем, что вы делаете. And by the things that you don't do. И тем, что вы не делаете. And sometimes the things that you don't do can be more important than the things that you do do. И иногда те вещи, которые вы не делаете, могут сыграть более важную роль, чем то, что вы делаете. And no one is smarter than you. Нет ни одного человека, который умнее вас. You have more intelligence and ability than you could use in 100 lifetimes. У каждого из нас больше способностей и больше интеллекта, чем мы могли бы использовать за 100 наших жизней. You've heard it said that the average person uses only 10% of their potential? Вы слышали, что обычно человек использует порядка 10% своего потенциала? Experts today say we only use 2% of our potential. Так вот, эксперты говорят, что мы используем всего 2%. If you could use 10% of your potential, you could increase your income 5 times. Если бы мы использовали всего 10, а не 2% нашего потенциала, мы могли бы зарабатывать в 5 раз больше. Your thinking has the greatest consequences of all. Ваше мышление имеет самые большие последствия. Because the quality of your thinking determines the quality of your decisions. Потому что качество вашего мышления определяет качество ваших решений. And that determines the quality of your actions. И это определяет качество ваших действий. And that determines the quality of your results. И это, соответственно, приводит к определенным качественным результатам. And the quality of your life. И определяет качество вашей жизни. So what they have discovered is this. И психологи обнаружили вот что. The more words you know in your language, the better you think. Чем больше слов вы знаете в своем собственном языке, тем правильнее вы мыслите. Because you can combine them to create better thoughts. Потому что вы используете все эти слова для того, чтобы ваши мысли были более качественными. So in every society, the top people are the ones that have the best vocabulary. Поэтому получается, что в любом обществе самые успешные люди — это люди с самым богатым словарным запасом. And so they can think better thoughts and make better decisions. У них больше слов, из которых можно составлять мысли, на основе которых принимать решения. Now, next to words are ideas. Безусловно, рядом со словами есть идеи. And ideas are combinations of words. Идеи — это, по сути, комбинация слов. And the world is really controlled by ideas. И мир, на самом деле, управляется именно идеями. Good ideas or bad ideas. Хорошими или плохими. If you have good ideas, you'll be successful and happy. Если у вас хорошие идеи, вы будете счастливы и успешны. If you have bad ideas, you'll be unsuccessful and unhappy. А если ваши идеи плохи, тогда вы будете несчастны и неудачливы. So what we teach you is a lot of great ideas. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это огромное количество замечательных идей. And sometimes one of these ideas can change your thinking forever. И иногда всего одна такая идея может изменить ваше мышление на всю жизнь. So I have another question for you. У меня для вас еще один вопрос. Who is the most important person in this room? Кто самый важный человек в этом зале? Yes. And that's correct. Когда вы отвечаете «я», вы абсолютно правы. You are the most important person in this room. Самый важный человек в этом зале — это каждый из вас.
How important you feel you are determines the quality of your life. То, насколько важными вы себя считаете, определяет качество вашей жизни. If you feel important, you're a much happier person. Если вы чувствуете себя важным, вы гораздо более счастливый человек. If you feel important and valuable, you set bigger goals for yourself. Если вы чувствуете себя важным и ценным, вы ставите перед собой гораздо более глобальные цели. You persist longer in pursuit of those goals. Вы гораздо упорнее работаете для того, чтобы этих целей достичь. Your self-image is better. И у вас собственное восприятие гораздо лучше. You have a better attitude. Вы гораздо правильнее, у вас гораздо более правильный настрой. And you are far more successful. И вы достигаете гораздо большего успеха. Только ваши поступки говорят о том, что внутри вас. Ваш доход определяется именно вами, тем, что вы делаете и чего не делаете. Качество вашего мышления определяет качество ваших решений и качество ваших действий. То, насколько важным вы себя считаете, определяет качество вашей жизни. Now, the core of the human personality is your self-esteem. На самом деле, стержнем любого человека является его чувство собственного достоинства. And this is made up by how much you like yourself. И в основе чувства собственного достоинства лежит то, насколько вы себе нравитесь. How valuable and important you feel you are. Насколько важным и ценным вы себя считаете. And the more you like yourself, the better you do. И чем больше вы себя любите, соответственно, тем лучше вы живете. And the more you like yourself, the more you like other people. Чем больше вы любите себя, тем больше вы можете любви дарить другим людям. And the more you like other people, the more they like you. А чем больше вы любви дарите другим людям, тем больше они любят вас. Now in business building, high self-esteem is the key. В построении бизнеса высокая самооценка – это ключ. There's a direct relationship between how much you like yourself and how successful you are as an entrepreneur. Есть прямая связь между тем, насколько вы себя любите как человек, и тем, насколько вы успешны как предприниматель. They have done lots of research in this area. В этой сфере проведено огромное количество исследований. And you can take a person with high self-esteem, and they will be successful in any circumstances. Вы можете взять человека уверенного в себе со здоровой самооценкой, и он достигнет успеха в любой сфере. You see, what holds most people back is fear of failure. К сожалению, большинство людей ничего не делают, потому что боятся неудач. And fear of criticism. Они боятся чужой критики. It holds us back from talking to other people. И это заставляет их сидеть дома. Они не хотят ни с кем разговаривать. It holds us back from building our businesses. А страх не позволяет строить группу, общаться с другими людьми. But people with high self-esteem don't care. А вот люди с высокой здоровой самооценкой, им все равно. They don't like to fail, but they're not afraid of failure. Они, конечно, не любят терпеть неудачи, но не боятся их. They don't like rejection or criticism, but it doesn't bother them that much. Они не любят ни критику, ни отказы, но при этом совершенно не стесняются или не пугаются. They believe in themselves. Они верят в себя. They believe they're going to be successful. Они верят в то, что их ждет успех. So they just behave as if they were already successful. Поэтому они ведут себя так, как будто они уже достигли этого успеха. And they become successful. И, соответственно, становятся успешными. And what I learned was this. И вот что я понял. Is we all have low self-esteem to a certain degree. К сожалению, у каждого из нас есть определенные проблемы с самооценкой. And you can build your self-esteem by the way you talk to yourself. А уверенность в себе можно развивать. Вы можете общаться с собой, и это помогает. So if you talk to yourself in a positive way, you build your self-esteem. Например, если вы говорите с собой и с другими о себе только позитивно, это помогает вам больше верить в себя. And the most powerful words of all are the words "I like myself". И самые сильные, самые ключевые слова в этом "Я себя люблю". So say "I like myself". Скажите "Я люблю себя". Now say "I like myself". Я люблю себя. The fear of failure causes us to feel that I can't do it. К сожалению, если мы боимся неудачи, то мы начинаем ощущать, что ничего не получится. And psychologists have found that you can actually remove the fear of failure by the way you talk to yourself. Но если вы начинаете по-другому с собой разговаривать, вы можете избавиться от этого страха неудачи. So when you say, "I can do it", поэтому когда вы говорите, у меня получится, the failure goes down. Тогда этот страх уходит. So whenever you think of calling someone or holding a meeting, say to yourself, "I can do it". Поэтому, когда вы готовитесь кому-то позвонить, с кем-то познакомиться, собрать, провести собрание, просто про себя думайте: у меня получится, у меня получится. And if people say, "No, I'm not interested", и если люди будут говорить: нет, мне это не интересно, you laugh, go on to the next person. Вы просто с улыбкой идете общаться с другими людьми. Because you like yourself. Потому что вы любите себя. And because you're not afraid. И вы не боитесь. And
I will give you ideas all day today that will help you with this. И сегодня я вам буду давать еще больше идей, которые помогут вам двигаться дальше. But just remember this. Но просто не забывайте вот чего. 95% of how you feel is determined by how you talk to yourself. 95% того, как вы себя ощущаете, зависит от того, как вы сами с собой разговариваете. And if you talk to yourself in a positive way, then you will be positive most of the day. И если ваши мысли позитивны, вы ваш внутренний диалог позитивен, значит вы будете позитивны большую часть дня. Now, final question. И последний мой вопрос вам. What is the most important part of today? Самая важная часть сегодняшнего дня какая? Well, the most important part of today are the actions that you take afterwards. На самом деле, самый важный момент сегодняшнего дня это то, когда вы примете решение воплощать в жизнь все, что вы услышали. How can you tell who a person really is inside? Потому что помните, как сказать, каков человек внутри? By what they do. Посмотрев на то, что он делает. The most important part of today is what you do afterwards. Именно поэтому самая важная часть сегодняшнего дня это ваши действия после того, что вы услышите. And what we have found is this. И вот что мы обнаружили. There's a direct relationship between how quickly you take action and how likely it is that you will ever take any action. Есть прямая зависимость между тем, насколько быстро вы начнете действовать и тем, начнете вы действовать вообще или нет. In the MLM industry, we have discovered this over and over again. В сетевом бизнесе мы сталкиваемся с этим снова и снова. Successful people take action immediately when they hear a new idea. Успешные люди немедленно воплощают идеи, которые им понравились. Average people say, "Well, that's a nice idea." А среднестатистические люди говорят: "Ну, да, приму к сведению." I'm going to think about that. Я, пожалуй, поразмышляю над этим. So they go and think about it until all their enthusiasm goes away. И вот они размышляют, а потом весь их запал угасает и все на этом и остается. But top people take action immediately. А вот люди с верхушки, они начинают действовать немедленно. Now, if you take action on a new idea, there are only two things that can happen. What are they? Если вы тут же начнете внедрять услышанную идею, может произойти всего две вещи. Какие? Yeah, succeed or fail. Да, вы либо потерпите неудачу, либо достигнете успеха. So, if you succeed, what do you do? Если вы достигнете успеха, что вы будете делать дальше? Obviously, do more of it. Вполне очевидно продолжать делать то же самое, чтобы достигать большего успеха. And if you fail, what do you do? А если вы потерпите неудачу, что будете делать? Yeah, you learn from it, you become smarter, try again. Да, вы учитесь на этой ошибке, вы начинаете внедрять новые идеи, вы пытаетесь еще раз, но по-другому. Most of the new ideas that you try won't work. Большинство новых идей, которые вы будете внедрять, не сработают. At least they won't work the first time. Ну, по меньшей мере, с первого раза. Sometimes they won't work the first 5 or 10 times. А иногда и с первых 10 раз. Successful people make far more mistakes than unsuccessful people. Успешные люди ошибаются гораздо чаще, чем неуспешные. Successful people keep making mistakes. Потому что успешные люди постоянно ошибаются. They keep correcting their course. Они постоянно подправляют свой курс. And they don't quit because they are not successful the first time. И они не опускают руки из-за того, что в первый раз их постигла неудача. They try again and again and again. Они пробуют снова, снова и снова. Внутренним стержнем любого человека является чувство его собственного достоинства. Высокая самооценка – основа для построения успешного бизнеса. Если ваш внутренний диалог и мысли позитивны, значит вы будете позитивны большую часть дня. So here's what I have found is the key to success. Поэтому вот как я понял, что является ключом к успеху. Step one is to decide on your destination. Шаг номер один – определиться с тем, куда вы летите, пункт назначения. Which we'll talk about later. Об этом будем говорить подробно попозже. But our goal for today is to double your income. Но сегодняшняя цель, я напоминаю, удвоить доход. Is that a good destination? Нравится вам такой аэропорт под таким названием? Second step is to take off. Второй шаг – это взлететь. An airplane has to take off. Из самолета точно так же нужно взлететь. You have to take action. Для этого вам нужно что-то начать делать. You have to launch like a rocket. Вы должны как ракета взмыть в космос. You can't sit on the ground thinking about your destination. Вы не можете просто сидеть на земле и думать о своем пункте назначения и надеяться попасть в него именно так. And then you must make continual corrections. А потом вы должны постоянно подправлять свой курс. And make the decision that you will never quit. И принимать решение, что вы никогда не опустите рук. But you will be off course most of the time. Но большую часть времени вас будет сносить с курса. And every time you make a mistake, what happens? И каждый раз, когда вы ошибаетесь, что происходит? You learn something that makes you smarter. Вы получаете еще один урок, который делает вас умнее. And eventually you succeed. В итоге становитесь еще успешнее. And then everybody says, "Oh, you're just lucky." А все другие будут говорить: "Ой, тебе просто повезло." We say if you take action quickly,
when you hear a new idea, and you do that over and over again, you become action-oriented. Мы сказали, что если вы немедленно начинаете воплощать услышанную идею, пробуете снова и снова, вы ориентируетесь на действие. Now, if you do something repeatedly over and over, what do you develop? Если вы будете делать одно и то же снова и снова, что у вас разовьется? You develop a habit. Вы разрабатываете навык или привычку. And what is the difference between success and failure? В чем разница между успехом и провалом? Very simple. Все очень просто. Success people have successful habits. У успешных людей привычки успешных людей. And unsuccessful people have failure habits. А у неуспешных людей, соответственно, привычки неудачников. Successful people start a little earlier. Успешные люди начинают всегда работать чуть раньше. And they work harder. Они работают упорнее. And they work longer. Они работают дольше. And they work on the weekends. Они работают и по выходным. And they keep learning. Они постоянно учатся. And they come to meetings like this. Они приходят на подобные собрания. And they never give up. И никогда не сдаются. And these are their habits. И вот эти вещи являются их привычками. So their success is guaranteed. Поэтому их успех абсолютно гарантирован. And people who don't have these habits can't understand. А люди, у которых нет таких привычек, но они не могут их понять. But every habit you have today, you learned through repetition. Каждая привычка, которая есть у вас сейчас, родилась в итоге повторений. Now here's the great problem. И вот в чем большая проблема. If you don't consciously develop good habits, you end up developing bad habits. Если вы сознательно не будете развивать в себе хорошие привычки, тогда у вас будут одни плохие. It's hard to develop good habits. А разрабатывать хорошие привычки очень тяжело. It's easy to end up with bad habits. А вот плохими привычками обзавестись очень просто. The German philosopher Goethe said, "Everything is hard before it's easy." Один немецкий философ говорил, что все делать очень сложно, пока это не станет легко. What do weak people do when it's hard? Что делаем мы, когда нам тяжело? What do they do? Что делают люди? They fail. They quit. Да, они опускают руки, именно, они сдаются. And when you quit, you develop the habit of quitting. И когда вы первый раз сдаетесь, а потом снова и снова, что получается? Привычка. But what do strong people do? А что делают сильные люди? They persist. Они продолжают работать. And if you persist, you develop the habit of persisting. И если вы продолжаете работать, не сдаетесь, вот вам привычка. Guarantees your success. Которая гарантирует ваш успех. It's not a miracle. И это совершенно не чудо. This is why average people accomplish extraordinary things. Вот почему успешные люди достигают выдающихся вещей. And other people with many more advantages accomplish very little. А другие люди, у которых множество преимуществ, достигают очень малого. Первый ключ. Вам необходимо поставить перед собой четкую цель. Второй ключ. Нужно немедленно начать действовать. Третий ключ. Работайте, и что бы ни случилось, не сдавайтесь. Только так у вас разовьются привычки успешных людей. A major research institute did a study in the 1990s. В 90-х годах один крупный исследовательский институт затеял большое исследование. They were trying to determine what qualities would be most important for success in business in the 21st century. Они пытались определить, какие качества будут самыми необходимыми для успеха в бизнесе в 21 веке. And they concluded that the most important single quality was flexibility. И они пришли к одному выводу. Самое важное качество – это гибкость. It's the ability to be flexible in the face of rapid change. Умение быть гибкими в процессе изменений. If we start off with our workbook, we say the most important factor influencing your life today is change. Поэтому, если мы начнем заполнять нашу рабочую тетрадь, в первом пункте вы можете вписать слово «изменение». The reason change is so powerful is because information is doubling every 2 to 3 years. И причина, почему изменения так важны, в том, что объем информации удваивается каждый год. What this means is that we must be increasing our knowledge and information at a rapid rate just to stay even. Это значит, что нам только для того, чтобы не выпасть из движения, нужно постоянно удваивать свои знания и информацию. 80% of adults don't read. 80% взрослых перестали читать. 90% of non-fiction books that would help people are not read past the first chapter. 90% книг, которые не являются художественной, а являются обучающей литературой, читается только на одну главу.
But the top people are continually taking in new information. А вот люди, которые действительно успешны, постоянно поглощают новую информацию. They're learning new ideas. Они постоянно питаются новыми идеями. And as a result, they have an advantage over people who don't have those ideas. И получается, что в итоге у них гораздо большее преимущество, чем у людей, которые идеями не питаются. Now B, we say that technology is accelerating with every new breakthrough. Следующий наш пункт про технологию. Технология совершенствуется с каждым новым прорывом. If a product works, it's already obsolete. Если продукт начал работать, это значит, что он уже устарел. New technology, new computers, new cell phones have a life of 6 months. Новые технологии, новые компьютеры, телефоны, оборудование живет не дольше полугода. And so we must continually keep current with new technology. Поэтому мы постоянно должны оставаться на волне вот этих новых технологий. And the whole purpose of new technology is to help us do our business better. Поймите, главная задача новых технологий – помогать нам лучше работать. It's to help us save time communicating with our customers and our distributors. Помогает нам экономить время и тратить его на общение с нашими консультантами, с нашими новыми клиентами. And the third factor driving change is competition. И третий фактор, который лежит в основе изменений – это конкуренция. And as you know, competition is very aggressive today. Как вы знаете, конкуренция сейчас стала очень агрессивной. Our competitors wake up every morning with one idea. Наши конкуренты каждое утро просыпаются с одной мыслью. Is how can they take away your customers? Как забрать клиентов Infinum? How can they get your customers for themselves? Как отнять ваших консультантов и сделать их своими? And the competition is going to become more aggressive in the years ahead. Именно поэтому конкуренция станет гораздо более агрессивной в ближайшее время. Now there are three predictions from Harvard University. Гарвардский университет предлагает нам три предсказания. They say first prediction is there will be more change in this business in the next year than ever before. Во-первых, они говорят, что изменений будет больше, чем когда-либо прежде. And the second prediction is that there will be more competition in this business in the next year than ever before. Конкурентов будет гораздо больше, чем когда-либо прежде. And the third prediction is that there will be more opportunities in this business in the next year than ever before. И третье, в этот год в бизнесе будет больше возможностей, чем когда-либо раньше. But the opportunities will be different from the past. Но возможности будут не такими, какие были в прошлом. Because the answers are changing. Потому что наши ответы изменились. Now, do you know when Harvard University made this prediction? Когда Гарвардский университет вот это предсказывал? It was in 1952. Они предсказывали вот это в 52-м году. And it's still current today. Но это продолжает быть актуальным и по сей день. More change. Потому что изменений еще больше. More competition. Конкурентов еще больше. And more opportunities. Ну и возможностей, конечно, еще больше. To double our income. Для того, чтобы удвоить наш доход. So number three, we say change is inevitable, unavoidable, and continuous. Вы видите, третий наш пункт – изменения неизбежны. So we cannot stop it. Невозможно избежать их, невозможно их остановить. And we can't avoid it. Мы не можем от них скрыться. And we can't slow it down. Мы не можем их замедлить. So we know that there are three keys to dealing with change. И мы знаем, что есть три ключа к работе с изменениями. The first is to accept it. Первое – принять изменения. Because you can't do anything about it. Потому что они есть, и вы ничего не сможете с этим сделать. Whether it's in your business or your work or your relationships. Изменения в вашей работе, в вашем бизнесе или в ваших отношениях. And the second is to adjust to the change. Второе – измениться в соответствии с этими изменениями. And the third key is to respond to the change. И третье – отреагировать на эти изменения. So we say accept, adjust, respond. То есть принять изменения, измениться самому и отреагировать на эти изменения. Now, you can be a master of change or a victim of change. Получается, мы можем стать либо хозяином изменений, либо их жертвой. And you are not a victim. И поймите, среди вас жертв нет. Now, what do victims do? How can you tell if a person sees themselves as a victim of change? Что делают жертвы изменений? Как можно сказать, что данный человек – жертва? Well, they complain. Во-первых, они постоянно жалуются. They criticize other people. Во-вторых, они постоянно критикуют других людей. They make excuses. Они постоянно рождают все новые и новые оправдания. And they blame other people for their problems. Они постоянно обвиняют других людей в своих проблемах. So, if you decide to be a master of change,
Поэтому, если вы решили стать хозяином перемен, it means no more complaining. Это значит, забудьте о жалобах. No more criticizing. Забудьте о критике. No making, more making excuses. Забудьте о пустых оправданиях. No more blaming other people for your problems. Забудьте о перекладывании вины на других людей за свои проблемы. Best way to predict the future is to create it. Поэтому самый лучший способ предсказывать будущее – это создавать его. You create your own future by the things that you do. Вы создаете будущее сами своими действиями. So we say, if there's anything in your life that you're not happy about, change it. Поэтому, если что-то вам в вашей жизни не нравится, измените это. Наиболее важный фактор, влияющий на вашу жизнь, это изменение. Есть три ключа для работы с изменениями. Первый ключ – принять изменения. Второй – измениться в соответствии с этими изменениями. И третий – отреагировать на эти изменения. Знаете, вы можете быть хозяином изменений, а можете быть их жертвой. Помните, тот, кто не планирует будущего, не имеет его. Поэтому лучший способ предсказать будущее – создавать его. Many years ago, I met an old man, 89 years old. Много лет назад я познакомился с одним очень старым джентльменом, ему 89 лет. He was quite famous at that time because he had studied success for more than 50 years. И в то время он был очень популярен, потому что он 50 лет исследовал успех. And he had discovered 1,000 success principles. И он создал для себя список из 1000 принципов успеха. And he published 4 books. Each book with 250 principles. Он опубликовал 4 книги, в каждой по 250 принципов. And he sold tens of millions of these books in 44 languages. И эти книги продавались десятками миллионов копий на 44 языка были переведены. And when I met him, it was an accident. И когда мы с ним познакомились, мы познакомились случайно. But I asked him this question. Я задал ему вопрос. Of all the success principles that you have discovered in 50 years, which is the one that is most important? Вот за все 50 лет из этой тысячи принципов, которые вы обнаружили, какой из них самый важный? And he smiled at me as if he had heard that question many times. Он улыбнулся и сказал: "Да, мне все задают этот вопрос." He said, "Brian, the most important success principle of all is this." Он сказал: "Брайан, самый важный принцип успеха звучит вот как." He said, "Learn from the experts." Учись у экспертов. He said, "You will never live long enough to learn it all by yourself." Ты не сможешь жить достаточно долго, чтобы научиться только на своих ошибках. Seek out experts who will teach you. Постоянно ищи для себя учителей, экспертов. So, you want to double your income? Хотите увеличить заход вдвое? Just find someone else who is earning twice as much as you. Найдите того, кто зарабатывает в два раза больше, чем вы. And ask them how they got there. И спросите, как вам это удалось? Because at one time they were earning less than you. Потому что в какой-то момент они зарабатывали даже меньше вас. Now they're earning twice as much. А сейчас зарабатывают в два раза больше. So do what they're doing. Поэтому делайте то, что делают они. And here's the wonderful thing in this business. И вот что, в чем прелесть данного бизнеса. If you ask someone for advice, they will tell you. Если вы попросите совета, вам его с удовольствием дадут. They will stop and they will show you how to be successful. Люди остановятся, прекратят работу для вас, для того, чтобы показать, как достичь успеха. You can save yourself years of hard work getting to the same place. Вы можете сэкономить себе год годы упорного труда и достичь тех же высот. So B says everything happens for a reason, nothing happens by accident. Поймите, все происходит по определенной причине, ничего не является случайностью. We say that success leaves tracks. Мы говорим, что успех оставляет за собой следы. If you follow the tracks of other successful people, you get to the same place they get to. И если вы проследите за следами успешных людей и пойдете по ним, вы достигнете того же успеха. Now here's a rule for you. И вот для вас правило. If you do what other successful people do, nothing can stop you from getting the same results. Если вы будете делать точно то же, что делали успешные люди, тогда вы получите уж как минимум те же самые результаты. And if you don't do what other successful people do, nothing can help you. А если вы ничего не будете делать, как успешные люди, тогда вам уже ничего не поможет. And no one is smarter than you, and no one is better than you. И поймите, при этом никто не умнее и не лучше вас. You have all the talent and ability you need to achieve any goal. У каждого из вас достаточно и талантов, и способностей, чтобы достичь любой цели.
Постоянно ищите для себя учителей и экспертов. Следуйте закону причины и следствия, главному закону человеческого бытия. Если вы проследите за действиями успешных людей и пойдете вслед за ними, вы достигнете того же успеха. Great discovery is that you become what you think about most of the time. Поэтому наше великое открытие: вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. This is the great thought that underlies all philosophy and all religion. На самом деле эта мысль лежит в основе любой религии и любой философии. It's the basic principle of all success and all psychology. Это базовый принцип и успеха, и психологии. You become what you think about. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. So the great question is, what do you think about most of the time? Поэтому самый важный вопрос: о чем вы думаете большую часть времени? The great research question is, what do successful people think about most of the time? Поэтому вопрос, который задавался в рамках исследования: о чем же постоянно думают богатые и успешные люди? Several large companies, each with more than 5,000 salespeople. Несколько крупных компаний, в каждой из которых более 5000 продавцов, financed a 20-year research project into this question. Собрали деньги для того, чтобы финансировать исследование, которое длилось 5 лет, попытки ответить на этот вопрос. They wanted to know how successful entrepreneurs and salespeople like yourself think most of the time. Они пытались понять, о чем постоянно думают успешные люди и успешные предприниматели, такие как вы. Can you guess what top people think about most of the time? Можете угадать, о чем думают в большинстве своем успешные люди? Yes, you're exactly right. They think about what they want. Вы абсолютно правы. And how to get it. Они думают о том, чего они хотят и как этого добиться. And that is so important. И это ключевая мысль. Top people think about what they want. Люди с верхушки думают о том, чего хотят. Which makes them happy. Это делает их счастливыми. It gives them more energy. Это дает им энергию. It makes them more positive. Это делает их более позитивными. And they think about how to get it. И они думают, как же это получить. Thinking about how triggers ideas. Потому что когда вы думаете о том, что и как сделать, вы начинаете придумывать новые идеи. It's like stepping on the accelerator of your own mind. Вы как будто постоянно давите на газ своего собственного сознания. And it throws off ideas, and every idea is for an action that you can take now. И каждое нажатие на педаль дает вам новую идею, которую можно тут же начать применять. And if you take that action, it leads to another action and another action. И одна идея, одно действие ведет к другому, к новой идее и так далее. Unsuccessful people, what do unsuccessful people think about? А вот о чем думают в большинстве своем неуспешные люди? They think about what they don't want. Они думают о том, чего не хотят. And who is to blame? И на кого можно списать вину? Almost all of our psychological problems in life come from blaming other people. Большинство из наших психологических проблем в жизни идет от того, что мы постоянно кого-то в чем-то виним. We are mad at someone who did something or didn't do something in our past. Мы постоянно злимся на того человека, который в прошлом что-то сделал или что-то не сделал. And if you are still angry or mad about something in the past, it's like putting your foot on the brake of your own future. И если вы все еще не можете отпустить прошлое и кого-то никак не можете простить, вы держите ногу на тормозе, на педали тормоза. And whatever you do repeatedly becomes a habit. А я повторяю, то, что приходит к вам снова и снова, становится привычкой. And so top people have the habit of thinking about what they want and how to get it. Именно поэтому люди с вершины решают, чего они хотят, и постоянно думают о том, как этого достичь. Average people spend most of their time thinking about the things that make them unhappy and who's to blame. А среднестатистические люди постоянно думают о том, что им не нравится и кого можно в этом обвинить. So it takes effort to keep your mind on what you want and how to get it. Поймите, для того, чтобы постоянно думать о том, чего вы хотите и как этого достичь, для этого требуются определенные усилия. But it takes no effort to think about what makes you mad or who's to blame. А вот думать, кого в чем обвинить и что не нравится, к сожалению, гораздо проще. Успешные люди говорят и думают о том, чего они хотят и как этого добиться. Неудачники думают о том, чего они не хотят и на кого можно списать вину. Думайте об успехе. Пусть это станет вашей привычкой. In
this study, they found another interesting fact. В рамках этого исследования они обнаружили еще один интересный факт. There is one quality that is more associated with happiness and success than any other quality. Есть одно качество, которое ассоциируется с счастьем и успехом больше, чем все остальное. It's more associated with building high-quality relationships, with sales success and with business success. Оно ассоциируется с успехом в продажах, в бизнесе, в отношениях. And it's the quality of optimism. Это качество оптимизм. We find that optimists are the happiest of all people. Потому что было обнаружено, что оптимисты — это самые счастливые люди. They have more energy. У них гораздо больше энергии. They're more creative. У них гораздо больше творческой энергии. They're more positive. Они гораздо более позитивны. And do you know what the foundation of optimism is? А знаете, что является фундаментом оптимизма? Self-esteem. Уверенность в себе. The more you like yourself, the more optimistic you are. Чем больше вы себе нравитесь, тем больше у вас поводов для оптимизма. The more optimistic you are, the more self-confidence you have. И, соответственно, чем более вы оптимистичны, тем более вы уверены в себе. And the more self-confidence you have, the faster you build your business. Чем более вы уверены в себе, тем быстрее вы строите бизнес. We say that optimism is a form of mental fitness. По сути, оптимизм — это такая физкультура для сознания. If you want to become physically fit, you exercise your physical body. Если вы хотите сохранить здоровье и хорошую форму, вы делаете упражнения для тела. If you want to be really positive and optimistic, you exercise your mind. И если вы хотите стать более оптимистичными, вы должны делать упражнения для сознания. Optimists think about what they want and how to get it. Оптимисты думают о том, чего они хотят и как этого достичь. They think about their goals. Они думают о своих целях. And they think about what they can do each day to achieve their goals. И думают о том, что они могут делать каждый день, чтобы этих целей достичь. And they become so busy working on their goals, they don't have time to think negative thoughts. И они настолько заняты достижением своих целей, что на негатив просто не остается времени. Now, your brain has a success mechanism and a failure mechanism. В вашем сознании, в вашем мозгу есть механизм и неудачи, и успеха. It's built into your brain. Они уже встроены в ваше сознание. Now the failure mechanism goes off automatically. И, к сожалению, механизм поражения включается автоматически. You don't have to make any effort to fail. Для того, чтобы потерпеть неудачу, совершенно ничего не нужно делать. It happens automatically. И это будет происходить даже если вы просто сидите сложа руки. And what triggers the failure mechanism is what is called the path of least resistance. И то, что запускает вот этот механизм поражения, называется у нас путем наименьшего сопротивления. The great majority of people make the habit of always looking for the easy way. Потому что большинство посредственных людей постоянно ищут самых простых путей. They do as little work as possible. Они стараются работать как можно меньше. They take long coffee breaks and lunch. Они пытаются обедать и пить кофе как можно дольше. They watch television at night. Смотреть телевизор как можно больше. They socialize and take it easy. Болтать с подругами и друзьями как можно больше. They don't read very much. Ну, они не утруждают себя чтением. They just do what's easy. Они делают то, на что совершенно не требуется никаких усилий. And this is a natural tendency for all human beings. И, к сожалению, это природная такая способность большинства людей. You have to fight hard to resist this tendency. И чтобы эту тенденцию побороть, нужно постоянно себя перебарывать. When you have a big goal that you are determined to achieve, your success mechanism goes on. Когда у вас есть цель, к которой вы стремитесь, ваш механизм успеха запускается. And your failure mechanism shuts off. А механизм неудачи на время выключается. But as soon as you stop working towards your goal, но как только вы перестанете стремиться к цели, your failure mechanism pops back up again. Автоматически включается рычаг механизма неудачи. So all your life you will fight against this path of least resistance. Поэтому всю свою жизнь вам придется заставлять себя не идти по пути наименьшего сопротивления. Which is the tendency to do the easy thing. К сожалению, вот это наше стремление постоянно не перерабатывать. Yeah, the fun thing. Постоянно делать что-нибудь легкое и веселое. The comfortable thing. Что-нибудь комфортное. Rather than the activities that are difficult but lead to success. Вместо того, чтобы делать что-то более сложное, но ведущее к успеху. Optimists look for the good in every situation. Оптимисты, следующий пункт, ищут всегда позитивную, положительную сторону во всем, что происходит. No matter what happens, they say, that's good. Независимо от того, что происходит, они говорят, ну и отлично. Then they go to look to find something good. И пытаются это отлично найти. And if you look for the good, you'll always find something good. А если будешь искать что-нибудь хорошее, обязательно что-нибудь найдешь. And while you're looking for the good,
your mind becomes optimistic. Плюс, пока ты постоянно ищешь хорошее, ты становишься автоматически оптимистом. When you're thinking and talking about your goals and how to get them, your mind becomes optimistic. Когда ты постоянно думаешь о своих целях и о том, как их добиться, ваше сознание начинает мыслить позитивно. We say that when you turn toward the sunshine, the shadows fall behind you. Мы говорим о том, что когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, ваша тень оказывается за вами. Is that when you're thinking about what you want, you can't think about things that make you unhappy. Именно поэтому, когда вы поворачиваетесь к своей цели, все плохое остается за вами. When you're looking for the good, you can't think about things that make you unhappy. Когда вы смотрите на что-то хорошее, вы просто не можете думать о том, что вас раздражает. And if you do this repeatedly, it becomes a habit. А если вы будете смотреть на хорошее постоянно и стремиться к этому, это станет привычкой. And so when something goes wrong, you say, "Well, that's good." И когда что-то идет не так, вы говорите: "Ну и отлично." I wonder what it is. Интересно, к чему это приведет? Your house burned down. Например, у вас сгорел дом. That's good. Отлично. You needed a house closer to work anyway. Потому что я давно хотел там все переделать. Yeah. You lost your job. Вас уволили с работы. Well, that's good. You didn't like it anyway. Ну и замечательно, мне там вообще не нравилось. Now you can do something you enjoy Теперь doing. Теперь я могу наконец пойти куда-нибудь наняться, где мне хорошо будет. Optimists look for the valuable lesson. In every experience. Оптимисты всегда пытаются извлечь ценные уроки. There is in every difficulty or problem there's contained a lesson. Потому что в любой трудности, в любой проблеме есть позитивный урок. And if you look for the lesson, you'll always find the lesson. И если вы будете искать какую-то мораль, знания, вы всегда их получите. And sometimes the lesson can be worth much, much more than the cost of the problem. Причем чаще всего этот урок становится гораздо более ценным, чем те усилия или деньги, которые вы потратили на эту ошибку. And so we say optimists take a positive and constructive view of themselves and their lives. Оптимист позитивно и конструктивно смотрит и на себя, и на свою жизнь. And it's very much a decision that you make. И по сути оптимизм в таком ключе это ваше решение. You just decide that you're going to be a generally positive person. Потому что вы в какой-то момент принимаете решение: я буду человеком в целом и в общем позитивным. You're going to work on your goals every day. Вы каждый день будете работать над своими целями. You're going to look for the good in every situation. Вы будете искать что-то позитивное в любой ситуации. And you're going to look for the valuable lesson in every problem or difficulty. Вы будете в каждой сложности или трудности искать ценный урок. Now, if you want to have a positive influence on other people. И если вы хотите позитивно влиять на других людей. Your spouse or your children. Например, на детей или на супругу или супруга. Or your friends. На ваших друзей. Or your distributors. На ваших консультантов. Help them think like this as well. Тогда помогайте им начинать мыслить так, как теперь будете мыслить вы. Help them think about their goals. Помогайте им постоянно держать в голове свои цели. When they have a difficulty, help them look for the good. Когда они сталкиваются с проблемами, помогите им найти хорошее. Help them seek the valuable lesson. Помогите им искать ценные уроки. Optimists have an unrealistic expectation of success. У оптимиста есть нереалистичные ожидания успеха. They expect to be successful. Они ожидают стать успешными, независимо ни от чего. Now the Russian people have a great advantage in this area. И в этой сфере у российских людей есть определенное преимущество. Because they are great entrepreneurs. Потому что в каждом из вас есть внутри потенциал к предпринимательству. In the U.S., the most successful immigrant group is Russian. В США самой успешной группой иммигрантов являются именно иммигранты из России. There are more millionaires amongst Russian immigrants than there are amongst any other immigrant group. Среди русских иммигрантов больше миллионеров, чем среди любых других иммигрантов. It's because they are generally optimistic. Потому что эти люди в целом оптимистичны. You have the natural ability to be very successful. Потому что у каждого русского человека есть эта природная способность к успеху за счет оптимизма. And because optimists have an unrealistic expectation of success. И так как у оптимистов несколько нереалистичные представления об успехе. They expect to be successful no matter what happens. Они ожидают успеха при любом исходе. They just keep on persisting. Они постоянно продолжают двигаться, зная, что успех уже ждет, уже за углом. And because they have this unrealistic expectation, they try more things. И так как они постоянно ждут успеха, они постоянно что-то пытаются сделать. They try one thing and then they try another thing. Они делают одно, потом другое. They make far more mistakes than anyone else. Да, они чаще ошибаются, чем другие. But they learn at a faster rate. Но при этом они гораздо быстрее учатся. And eventually they succeed greatly. И, соответственно, становятся гораздо более успешными. So one of the great keys to success is just keep trying more things. Поэтому один из ключевых принципов успеха – продолжайте пытаться. And learn from every experience. И учитесь на основе каждого урока. And our second
optimists persist longer than average people. Второе, оптимисты постоянно работают дольше, чем другие люди, пытаются дольше. They never quit. Они не сдаются. They don't even think about quitting. Они даже не думают о том, чтобы сдаться. And I have spoken to successful people all over the world. Я выступал перед успешными людьми и неуспешными по всему миру. And you know what their key to success is? И знаете, у успешных людей какой ключ к успеху? They never give up. Они приняли решение никогда не сдаваться. They have every problem and difficulty you can imagine. И эти люди в жизни переживали страшные проблемы и трудности. But they just try something else. Но они просто пытались подойти с другой стороны. And they never give up. И никогда не сдаваться. And then what they do is they use the law of probabilities in their favor. И что они делают? Они используют закон вероятности на себе на благо. Now I've come to the conclusion that the law of probabilities explains success more than anything else. Я понял, что закон или теория вероятности объясняет успех, пожалуй, лучше всего. This law is taught in graduate courses in the university. Этот закон обычно преподается на последних курсах в университете. Here's the great discovery. Но вот в чем великое открытие. You can influence the probabilities on your behalf. Вы можете использовать эти вероятности себе на благо. You can shape this law to help you succeed. Вы можете строить этот закон так, чтобы он помог вам достичь успеха. So if you try more things and you persist longer, you dramatically increase the probability that you will succeed at whatever you attempt. Поэтому если вы постоянно пробуете что-то новое и вы более упорны, вы радикально увеличиваете вероятность того, что вы достигнете успеха. Одно из важнейших человеческих качеств, помогающих достичь успеха, это оптимизм. Оптимисты стремятся извлечь ценные уроки из любой проблемы. Оптимисты ожидают успеха, независимо ни от чего. Оптимисты постоянно работают над собой и никогда не сдаются. Say, when you start to think and talk like the most successful people, you start to get the same results they do. Если вы начинаете мыслить и говорить как успешные люди, вы получаете те же результаты, что и у них. And you are where you are and what you are because of your own thinking. И вы находитесь в своей ситуации жизненной благодаря собственному мышлению. And you can change your life because you can change the way you think. И свою жизнь вы можете изменить, потому что мышление изменить возможно. Now you can only control one thing in the universe. What is that? Вы можете контролировать только одну вещь во вселенной. Какую? You can control your mind. Своё сознание. And nature has designed you so that if you will take complete control of your mind, you can control your entire life. И природа создала вас таким образом, что если вы контролируете своё сознание, вы контролируете свою жизнь. You can be happy, healthy, successful, thin. And rich. Вы можете быть счастливыми, успешными, здоровыми, богатыми и стройными и красивыми. Just by thinking and doing the things that other successful people do. Просто потому что вы мыслите и действуете так, как делают люди, добившиеся успеха в этих сферах. Write down your three most important goals in life. You have 30 seconds. Write quickly. Поэтому в той графе, которая называется упражнение, напишите три своих самых важных целей в жизни на данном этапе. Пишите быстро, у вас есть 30 секунд. Now this is a very powerful exercise. На самом деле, это очень мощное упражнение. You can use this for the rest of your life. Можете использовать его в течение всей своей жизни. When you only allow yourself 30 seconds to write down your three goals, your answers will be as accurate as if you had 30 minutes or 3 hours. Когда вы даете себе на написание трех целей всего 30 секунд, ваши цели получаются такими же четкими и такими же точными, как если бы вы писали 3 минуты, полчаса, 3 часа. In our advanced courses, we teach people to answer, what are my three most important business goals in life? В наших углубленных курсах мы учим людей за 30 секунд писать три свои самые важные бизнес-цели. What are my three most important family goals? Цели в сфере личной жизни, семейной жизни. What are my three most important health goals? Каковы мои самые важные цели в сфере здоровья? My three most important financial goals. В сфере финансов. And it is amazing what pops out when you write it. И вот что удивительно, что приходит в голову, когда вам дается всего 30 секунд. Now let me see if I can guess what your three goals are. Позвольте мне угадать, что вы написали в качестве трех целей. I have a special method. У меня есть специальный гипнотический метод. Your three goals are a financial goal,
a family goal and a health goal. Ваши три цели разбились как финансовая цель или деловая цель, цель, связанная с семьей, и цель, связанная со здоровьем. True? Но в большинстве своем я угадал. In 80% of cases, those will be your three goals. В 80% случаев именно эти три цели люди записывают. Because those are the three most important parts of life. Потому что это три самые важные сферы жизни любого человека. And you could give yourself a grade of 1 to 10 in each of those areas. И в достижении каждой из этих целей вы можете оценить себя от 1 до 10. And wherever you give yourself the lowest grade, that's your major source of problems today. И если вы поставили себе самую низкую оценку в какой-то из трех сфер, значит, это является самой проблемной областью сейчас для вас. So in a normal, healthy life, those are the three major areas. В обычной здоровой жизни у человека именно эти три сферы являются важнейшими. For the next 24 hours, here is your homework assignment. Вот вам домашнее задание на ближайшие 24 часа. I want you to think and talk only about those goals. Я хочу, чтобы вы мыслили и говорили только об этих трех целях. Discipline yourself for 24 hours just to think and talk about those three goals. Просто дисциплинируйте себя и 24 часа мыслите и говорите только об этих трех вещах. And the only question you ask is how. И единственный вопрос, который мы будем себе задавать, как? How can I achieve those goals? Как я смогу достичь этих целей? What can I do right now? Что я могу сделать прямо сейчас? And if you can think about your goals for 24 hours straight, you'll start to change your whole way of thinking. И если вы начнете думать об этих трех вещах хотя бы 24 часа, вы увидите, как вы начинаете меняться даже с точки зрения мышления. If you can think about your goals for 21 days, you'll change your entire life. А если вы сможете приучить себя думать об этих трех целях в течение 21 дня, вы радикально измените свою жизнь. Определите три самых важных цели в вашей жизни на данный момент за 30 секунд. В течение ближайшего дня думайте и говорите только об этих целях. Подумайте, как вы можете достичь этих целей, что можно предпринять прямо сейчас. So you always have to ask, what is your focal point in your life? Не переставайте задавать себе вопрос, какова точка фокуса в моей жизни? And your focal point can be one of three things. И ваша точка фокуса может стать одна из трех вещей. We say number one, clarity is the most important single word in personal success. Первое, четкость – это самое главное слово в любом успехе. You must be very clear about your point of intensity. Вы должны очень четко себе представлять вашу точку фокуса. Now, A, you must be clear about your goals. Для начала нужно четко обозначить свои цели. If you have unclear goals, you will get unclear results. Если у вас нечеткое представление о цели, результат получится таким же нечетким. Or your focal point can be, you must be clear about how you measure success. Также вы должны четко понимать, как вы будете измерять успех. Some people who decide to lose weight, their focal point becomes their waist, size of their waist. Некоторые люди, которые решили сбросить вес, решают измерять свой прогресс по объему талии. Or you must be clear about your key activities. И третье, вы должны четко понять свои ключевые сферы деятельности. Your goal is to double your income. Вашей целью отныне является удвоение дохода. Your measure can be the number of sales that you make each day, each week, each month. И четкое представление об измеряемости, да, вы можете измерять свой доход, например, количеством сделок, которые вы заключили в день, в неделю, в месяц. Your key activity can be the number of people you speak to each day. И ваша сфера концентрации может быть количество людей, с которыми вы познакомились или поговорили в день. And we call this the iron triangle. И мы будем называть это железным треугольником. So a triangle is the strongest form of geometry. На самом деле треугольник – это самая стабильная фигура в геометрии. So if you have a clear goal, поэтому если вы поставили перед собой четкую цель and clear measures, и четко знаете, как измерять прогресс, and clear activities, и знаете, что четко нужно делать для you этого, become focused, вы становитесь сфокусированным and you accomplish 10 times as much as an unfocused person. И достигаете в 10 раз больше, чем любой человек, который распыляется. Now you have to have a focal point in each of the four key areas of life. Нужно обнаружить точку фокуса в каждой из четырех основных сфер жизни. And in life everybody wants four things. Потому что в жизни каждый из нас хочет достичь благополучия в четырех областях. You, me, everybody in the world wants four things. Этого хочу я, хотите вы, этого хотят все люди в мире. And the reason people don't accomplish more is because they're not clear
of their focal point. И причина, по которой достичь этого не удается, в том, что люди просто не сконцентрированы. For example, people in the top 10%, when they think about their income, think about their hourly rate. Вот, например, успешные люди, когда размышляют о своих доходах, в первую очередь размышляют о своей почасовой оплате, сколько они получают в час. Average people think about how much they earn in a year or a month. Top people think about how much they earn every hour. Среднестатистические люди думают о том, ну сколько я зарабатываю в месяц, в год, а люди с верхушки думают о том, сколько стоит их час. The highest paid people in our society think about how much they earn each hour. Самые высокооплачиваемые люди в нашем обществе думают о том, как заработать максимум денег в час. And when you start thinking about how much you earn each hour, you start to use your time better. All the time. И когда вы начинаете думать о том, сколько ваше время стоит в час, вы начинаете использовать свое время гораздо эффективнее. And everyone who does this is amazed. И все, кто начинает это делать, просто бывают поражены. Their income doubles in as little as 3 days. Их доход увеличивается в 2 раза буквально за 3 дня. And their life becomes much simpler. И жизнь их становится гораздо проще. So what is your hourly rate? Задумайтесь о том, сколько ваше время стоит в час. How much are you earning per hour today? Сколько сегодня в час вы зарабатываете? Now, the second area of concern for all of us is our family and our relationships. Вторая сфера, которая важна для каждого человека на Земле, это наши отношения и наша семья. So when we ask top people, what do they think about all day long with regard to their family, it's one answer. Поэтому, когда мы задаем вопрос всем богатым и успешным людям, о чем вы думаете, когда думаете о семье и отношениях, they think of how much time they spend face to face with their spouse and their children. Они думают только о том, как бы проводить больше времени, например, со своими детьми или с супругой или супругом. Because that's the only thing that cannot be replaced. Именно время личного общения для них важнее всего. And the more time you spend face to face with your family, the stronger and better is your relationship. Чем больше времени вы проводите лицом к лицу в общении со своей семьей, тем крепче ваша семья. And as we said before, people who do not plan for the future cannot have one. И как мы с вами уже говорили, люди, которые не планируют будущее, к сожалению, его не имеют. We need to plan face-to-face time with our spouse and our children. Именно поэтому даже время на личное общение со своей семьей, с супругом или с супругой мы должны планировать. Because other than that, we become so busy that we forget. Потому что иначе мы так погрязаем в делах, что просто забываем о том, что есть родные нам люди. Now, the third area of concern that we all have is our financial situation. Третья сфера, о которой пойдет речь, которая тоже всех заботит, это финансовая сфера. And our goal in life is to become financially independent. Наша цель – это стать финансово независимыми. So what? How do top people think about money? Поэтому как большинство людей мыслят о деньгах, думают о деньгах? And what they think about is their survival rate. На самом деле они размышляют над так называемым показателем выживания. Now you will never stop working. Я думаю, что никто из нас никогда не перестанет работать. People enjoy being busy doing work that they enjoy. Людям приятно заниматься тем, что им нравится. But you want to have enough money so you don't have to work. Но при этом всем хочется иметь достаточно денег для того, чтобы работа была необязательной. And so you begin thinking about that right now. И об этом стоит начать думать уже прямо сейчас. How much money would you have to have saved and invested so you could stop working? Сколько денег вы должны сэкономить, скопить или инвестировать для того, чтобы в какой-то момент перестать работать? And that becomes your focal point. И вот это должно стать вашей точкой фокуса. That becomes the number that you concentrate on. Именно на этой цифре нужно концентрироваться. And you'll be amazed when you are clear about that number, you start to work smarter and earn more money. И вы удивитесь, как только вы четко представите себе эту сумму, вы начнете зарабатывать гораздо больше, потому что будете сфокусированы. Also, you tend to hold on to the money better. Плюс вы гораздо лучше научитесь использовать деньги, оставлять их у себя, а не просто пускать по ветру. And D is health and fitness. И четвертая сфера, которая всем нам очень важна, это здоровье и состояние, и наше общее физическое состояние. A main area of life that we have is we all want to be healthy. Здоровье – это то, чего хотят все люди на Земле. And we want to live a long life. И жить, конечно, полноценной, долгой жизнью. And there's one secret to financial success. И есть один секрет всего финансового успеха. Spend less than you earn. Тратьте меньше, чем зарабатываете.
And there's one secret to success in relationships. Есть всего одно правило, один принцип успеха в построении отношений. Spend more time with the people you love. Проводите больше времени в личном общении с людьми, которых любите. Life is really quite simple. На самом деле, жизнь-то она достаточно простая. Just takes a lot of discipline. Просто требует очень дисциплинированного подхода к себе. Следует четко представлять себе цель. Следует четко представлять то, чем вы будете измерять свой успех. Следует четко представлять свои ключевые сферы деятельности: доходы, семья и отношения с близкими, финансовое положение, здоровье и спорт. And so we find that top people have certain orientations or tendencies of thinking. И как мы с вами поняли, у богатых, успешных людей есть определенные тенденции в мышлении. And the first is called future orientation. Первая называется ориентация на будущее. This is where you think and talk about where you're going in life. Здесь вы постоянно рассуждаете и говорите о том, куда вы движетесь. You see, the bottom 80% of people spend most of their time thinking about the past. Потому что большинство людей, вот эта масса 80%, думают в большинстве своем о прошлом. Or they spend their time thinking about the present. Ну или о настоящем, в крайнем случае. They think about what they're going to eat or what they're going to watch on television. Они думают, чего бы такого поесть или что посмотреть по телевизору. But the top 10% of people think about the future most of the time. А вот 10% самых успешных людей думают о том, чем они будут заниматься в будущем. And they become so busy thinking about the future, they don't have time to think about things that happened in the past. И они настолько поглощены с построением своей судьбы в будущем, что просто забывают о прошлом, даже если оно было негативным. So there's a technique that you can use that is used by all top people. Есть технология, которая используется большинством успешных людей. And we say, A, practice idealization and project forward into the future. Например, постарайтесь моделировать, то есть придумывать свое будущее, заглядывать в будущее. And they have found in the research that this is how all top people think. Исследование показало, что именно так размышляют большинство успешных людей. The future-oriented people believe that the best times of their lives lie in the future. Люди, ориентированные на будущее, убеждены, что будущее – это их лучшее время, которое еще только случится. Their highest income lies in the future. Они верят, что они еще не заработали больше свой идеальный доход, а только заработают. Their happiest experiences are in the future. Их большое счастье, какие-то самые приятные переживания ждут их в будущем. And they have this attitude that good things are going to happen to them. Они постоянно ждут того, что с ними будут происходить самые замечательные вещи. So we say, use the magic wand technique and imagine no limitations. Поэтому мы здесь говорим: представьте себе технику волшебной палочки. Представьте, что у вас нет ни одного ограничения. And this is my magic wand. Вот это моя волшебная палочка. Imagine you could wave a magic wand over your family life and it was perfect in every way. Представьте, вы могли бы взять волшебную палочку, взмахнуть над своей семьей, и семья бы стала идеальной. Where would you be living? Вы будете жить где вместе с этой семьей? What kind of a home would you have? Какой у вас будет дом? What kind of a family life? Какие отношения в семье? What kind of vacations? Какие страны вы будете ездить в отпуск? What kind of car would you drive? На какой машине вы будете ездить? If your family life was perfect, what would it look like? Если бы ваша семейная жизнь была бы идеальной, как бы она выглядела? Now, imagine your financial life. А теперь представьте свою финансовую жизнь. 5 years from now. Через 5 лет. If your financial life was perfect, what would it look like? Если бы ваши финансы были бы идеальными, как бы они выглядели? How much would you have invested or saved? Сколько бы у вас было отложено, сколько инвестировано? How much would you be earning each month from your savings? Сколько бы вы зарабатывали за счет своих инвестиций? Clarity is essential. Четкость здесь важнее всего. And then the fourth area has to do with your health. И четвертое, как мы говорили, связано с вашим здоровьем. If you could wave a magic wand and your health was perfect. Если бы вы взмахнули волшебной палочкой над собой и ваше здоровье стало идеальным. How would it be different from today? Насколько вы бы отличались от себя настоящего? How much would you weigh? Нынешнего. Каков бы был ваш вес? How healthy you? How fit would you be? Насколько хорошо бодрым и сильным было бы ваше тело? What kind of foods would you eat? Какую еду вы бы ели? If your health was perfect in every way. Если бы ваше здоровье было бы идеально. Думайте и говорите о том, к чему вы стремитесь.
Практикуйте моделирование, сами придумывайте себе будущее. Упражняйтесь в технике волшебной палочки. Представьте, что никаких ограничений нет. Определите, каким будет ваш первый шаг. What you have to do to create your perfect future? Как вы думаете, что необходимо сделать для того, чтобы создать свой идеальный мир, вот таким, как вы его представляете? And then here's the key. Вот в чем ключ. Take the first step. Ваша задача сделать первый шаг. The difference between winners and losers is winners take the first step. Потому что разница между неудачниками и победителями в том, что победители всегда делают первый шаг. Average people always have an excuse or a reason not to take the first step. А вот у посредственных людей полно оправданий или причин, по которым они остаются стоять на месте. Now nature is a joker in this way, in this sense. На самом деле в этом плане природа подшутила над всеми нами. When you decide on something that you want in the future, you can always see the first step. Когда вы решаете, принимаете какое-то решение на будущее, вы всегда видите, каков первый шаг. You may not be able to see all the other steps. Возможно, пока другие шаги вам не видны. But you can always see one step. Но вот первый шаг всегда очевиден. So when you decide that you want to have a wonderful future, nature says, okay. Поэтому, когда вы принимаете решение, я хочу иметь выдающееся будущее, природа говорит, хорошо. And like holding a blanket, и как будто бы вы держите одеяло. Nature steps back and shows you the first step. И вот это не вы, а природа. Природа с одеялом отступает на шаг назад, показывая вам первую часть тропинки. And now we'll see if you're serious. И хочет посмотреть, пойдете ли вы по ней, серьезно ли вы. And if you have the courage to take the first step. И если у вас хватит храбрости вступить на эту тропинку, with no guarantee of success. Зная, что никто не гарантирует вам успех. Then nature says, okay. Тогда природа говорит, вперед. And steps back and shows you the next step. И отступает еще на шаг назад, показывая следующую часть тропинки. So one of the greatest secrets of success is this. Поэтому, по сути, главным секретом успеха является вот что. You can always see far enough to take one more step. Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко для того, чтобы сделать хотя бы первый шаг. And if you take that one step, you will see far enough to take another step. И как только вы сделали этот первый шаг, вы с этой позиции легко увидите второй. If you can just be clear about what success means to you, и если вы просто для себя четко определите, что же такое успех в вашем понимании, then nature will show you the first step. Тогда природа отступит и покажет вам первую ступень. And if you just keep taking the steps, и если вы будете продолжать идти, несмотря ни на что, and never give up, никогда не сдаваться, you must succeed. Тогда вы доберетесь до этого положенного вам успеха. Every successful person you ever speak to will say, that's my secret. И каждый человек успешный, с кем я когда-либо разговаривал, так или иначе сообщал, что именно в этом его секрет. So have the courage to take the first step. Поэтому наберитесь храбрости сделать первый шаг. Goal orientation. Следующий наш пункт – это ориентация на цель. If you can imagine a dartboard or a target. Представьте себе мишень. What you have is different points for each part of the target. И вы знаете, что в зависимости от вашей точности вы получаете определенное количество очков в зависимости от попадания. The center target may be worth 100 points. Возможно, если вы попадаете в яблочко, вы получаете 100 очков. And the next one may be worth 75. Следующий уровень 75. And 50. 50. And 25. 25. And 10. 10. So your goal is to be absolutely clear about what is the highest score. Именно поэтому ваша задача для себя понять, за что вы получите самое большое количество баллов. Decide exactly what you want. Поэтому первый шаг – четко определить, чего вы хотите. And number two, write it down. И второй шаг – запишите то, что вы придумали. A goal that is not in writing is only a wish. Потому что цель, которую вы не записали, остается вашим желанием. It's a fantasy. Это просто фантазия. It has no power behind it. У нее нет никакой силы, внутренней мощи. It's like a bullet in a gun with no powder in the cartridge. Это просто как пуля в пистолете, у которой нет пороха, которая не может выстрелить. You can shoot over and over and nothing happens. Вы можете нажимать на курок снова и снова, но пуля не вылетит из дула. So number three is set a deadline. Третье, вы должны поставить себе крайний срок. Set a schedule to achieve your goal. И исходя из крайнего срока, создать расписание достижения цели. You increase the likelihood of achieving your goal by 10 times
Just by setting a schedule. Если вы создаете расписание для достижения данной цели, вы увеличиваете вероятность ее достижения в 10 раз. Make a list of everything that you could think of to achieve the goal. Вы должны написать список вещей, которые вы можете сделать для того, чтобы эту цель достичь. Think of every single thing you could do to achieve that goal. Причем не ограничивайте свою фантазию, напишите все, что придет в голову, что поможет достижению цели. And keep adding to the list as you think of new things. И когда вам будут приходить в голову новые идеи, продолжайте пополнять список. People that you could phone. Например, люди, которым вы могли бы позвонить. Books or articles you could read. Книги, которые вы могли бы прочесть. Plans that you could write out. Какие-то планы, которые вы могли бы написать и вас и исполнить. Meetings that you could organize. Встречи, которые вы могли бы организовать. Just write down everything you can think of to achieve the goal. Все, что приходит в голову для достижения цели, все записывайте. And then number five is to organize your goal into a plan. Пятым шагом является организуйте свою цель в план. And a plan is a list of activities that is organized in two ways. Потому что план — это список вещей, которые нужно сделать, список действий, который организован с использованием двух критериев. First of all, you have to organize your activities by sequence. Во-первых, вы выстраиваете все шаги в нужной последовательности. What do you need to do before you do something else? Что вам необходимо сделать до того, как вы переходите к следующему шагу? What comes first? Что сначала, что потом? And here's an interesting discovery. И вот еще одно интересное открытие. It's called the 10-to-1 rule. Называется правило 10-к-1. It says that for every minute that you spend planning your goal, you will save 10 minutes. In achieving your goal. На каждую минуту планирования вы сэкономите 10 минут, когда будете реализовывать этот план. You will make far fewer mistakes and achieve your goal far faster if your plan is complete. Если ваш план будет полным и четким, вы будете совершать меньше ошибок и в 10 раз быстрее достигнете цели. Now, step number 6 in this recipe is to take action immediately. После составления планов идет следующий шаг, шаг номер 6. Мы начинаем действовать немедленно. Stand up and do something now. Просто встаньте и сделайте что-то прямо сейчас. Don't fall into the trap of the low performer. Не надо идти по пути наименьшего сопротивления, как другие посредственности. Who always has a reason not to start now. Потому что у неудачников всегда найдется причина, почему стоит что-то отложить. Then number 7, and this is what will guarantee your success. И седьмой шаг, который гарантирует ваш успех. Do something every day on your major goal. Делайте что-то каждый день для достижения своей главной цели. Every single day do at least one thing. Каждый день делайте хотя бы одну мелочь. Do some. It may take you 1 minute. It may take you 1 hour. Возможно, у вас на это уйдет минута или час. But there is a law in physics that is very important for success. Но в физике есть правило, которое для успеха очень важно. And it's called the law of inertia. Это правило называется принципом или законом инерции. And it says that something that is in motion stays in motion. И суть этого закона в том, что что-то, что начало движение, за счет внутренней энергии будет продолжать двигаться. Once you make a decision to double your income, поэтому, как только вы приняли решение увеличить свой доход вдвое, build a successful business, и построить действительно успешный бизнес, get out of debt completely, полностью избавиться от долгов, have a beautiful home, сделать свой дом красивым и уютным, take lovely vacations, и ездить в те отпуска, в которые вам хочется ездить. Take the first step and then just keep on. Until you succeed. Делайте первый шаг и не позволяйте себе расслабляться до тех пор, пока не достигнете успеха. Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко, чтобы сделать хотя бы первый шаг. И как только вы сделаете первый шаг, с новой позиции легко будет сделать второй. Формула для постановки цели. Точно решите, чего вы хотите. Запишите это на бумаге. Установите крайний срок достижения цели. Составьте расписание. Составьте список всех дел, которые вам придется сделать. Преобразуйте этот список в план действий. Начните действовать по плану незамедлительно. Каждый день продвигайтесь на шаг к цели. And now what I'd like you to do is I'd like you to write down 10 goals. И сейчас на этом пустом месте я хочу, чтобы вы записали 10 целей. And there's 10 goals that you want to accomplish in the next year. 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайший год. But these are written in a special code.
Причем эти цели должны быть написаны в специальной шифровке. Because your subconscious mind is only accessed by a special code. Потому что к подсознанию можно пробиться только с использованием определенного шифра. The first part of the code is you always write the goal in the present tense. Первый как бы критерий этого шифра в том, что любые цели нужно писать в настоящем времени. You write the goal as though you already have it today. Вы пишете это так, как будто это у вас уже есть вот сейчас. So you would not write I will earn a certain number of money, certain amount of money, but I earn this amount of money. Допустим, вы пишете я не буду зарабатывать столько-то, а я зарабатываю столько-то. I drive this kind of car. Я сижу за рулем такой-то машины. I live in this kind of house. Я живу в своей квартире. As though it were already true. И как будто это уже правда, это уже случилось. The second key is to write it in the positive tense. Второй ключ – это писать цель в позитивном ключе. So you don't say, I will lose weight. Поэтому не надо писать, я больше не буду толстым. You say, I weigh this number of kilos. Напишите, я вешу столько-то. You don't say, I will quit smoking. Не надо говорить, я брошу курить. You say, I am a non-smoker. Я не курю, пишите вы. And the third некурящий человек. Key is you always use the word I, referring to yourself. И третий ключ нашего шифра, вы всегда пишете я, то есть вы делаете цель личной. Because only you can use this word in reference to yourself in the whole universe. Потому что только вы можете использовать эти цели и местоимение я, потому что они ваши во всей вселенной, вы одни. And you follow it with an action verb. И вы должны обязательно в этой цели иметь хотя бы один глагол, который призывает вас к действию. So it's I earn this amount of money. Я зарабатываю столько-то. I weigh this number of kilos. Я вешу столько-то. I live in this kind of a house. Я живу в таком доме. I drive this kind of car. Я вожу такую машину. I enjoy this kind of family life. Я живу такой-то семейной жизнью. And for the rest of your life, write down your goals with this code. И когда вы будете в будущем писать свои цели, используйте вот эти три элемента шифра. And then what you do is you turn on all the powers of your subconscious mind. Потому что таким образом мы проникаем в свое подсознание и включаем все рычаги на полную мощность. If you could have any goal on your list within 24 hours, which one goal would have the greatest positive impact on your life? Подумайте, если бы в течение суток могла бы реализоваться только одна из этих 10 целей, какая из них дала бы максимальный положительный эффект? And whatever it is, put a circle around it. И какую бы вы ни выбрали цель, обведите ее в кружочек. Okay. Please do that. Пожалуйста, сделайте это. This is an exciting exercise. На самом деле, это очень такое интересное упражнение. When you look at that goal that you put a circle around, it's exciting. Потому что когда вы посмотрите на цель, которую обвели, это захватывает дух. Now, this then becomes your major definite purpose. И по сути, вот эта цель становится вашей точкой фокуса, вашим смыслом жизни на данном этапе. This becomes your focal point. Это становится вот той точкой фокуса, о которой мы говорили. This becomes your number one goal in life. Это становится целью номер один в вашей жизни. And before the end of the day. И до конца дня. You take a clean sheet of paper. Возьмите, пожалуйста, в любое время пустой листочек бумаги. And you write this goal at the top in the present tense. Напишите эту цель в верхней строчке в настоящем времени. And you set a deadline. И поставьте конечный крайний срок. And you make a list of everything that you could think of that you could do to achieve the goal. Как мы уже говорили дальше, вы составляете список всех действий, которые можете придумать, которые помогут вам эту цель реализовать. And then you organize this list by sequence and priority. А потом из этого списка дел у вас получается план за счет того, что вы расставляете приоритеты и выстраиваете последовательность. Until you have a plan. И тогда результатом становится план реализации вашей цели. And then you take action on your goal immediately. И немедленно вы начинаете делать хотя бы что-нибудь из этого списка. And then you do something every day on that one goal. А потом вы делаете что-то каждый день для достижения этой цели. And when you get up in the morning, you think about that goal. Вы когда просыпаетесь с утра, вы в первую очередь думаете об этой цели. And all day long, you think about that goal. Весь день напролет вы думаете об этой цели. And as you get ideas for actions to take, you take action immediately on that goal. Вам приходят какие-то в голову идеи, как еще можно было бы приблизить эту цель. Запишите их, начните действовать. And the more you think about that goal, the more creative you will become in achieving that goal. И чем больше вы будете думать об этой цели, тем более творческие пути ее достижения будут приходить вам в голову.
упражнение для постановки целей. Составьте список из 10 целей. Пишите цели в настоящем времени. Пишите цели в позитивном ключе. Используйте только местоимение «я». Выберите самую важную цель из списка. Поставьте для нее крайний срок. Разработайте план по ее достижению. Думайте и думайте об этой цели все время. Know you can achieve any goal. Потому что у вас уже есть опыт, вы знаете, что вы можете все. Because you have proved it to yourself. Потому что у вас есть реальное доказательство для вас самих. And when you develop a skill, и когда вы развиваете свой навык, you prove it to yourself, you can develop any skill. Вы снова и снова доказываете себе, что для вас нет ничего невозможного. And you keep developing new skills. И вы развиваете в себе все новые и новые навыки. Определите основную сферу в вашей работе. Станьте лидером в той области, в которой вы работаете. То, что вы делаете хуже всего, определяет, насколько высоким будет ваш доход. Все профессиональные навыки приобретаются и развиваются в процессе занятий бизнесом. Отсутствие даже одного необходимого для успешного бизнеса навыка способно помешать получить желаемую прибыль. Result orientation. Ориентация на результат. In life, everything is results. В жизни все сводится к результатам. It doesn't matter your education. Независимо от того, какое у вас образование. It doesn't matter your family background. Какое у вас прошлое, какая семья. It does not matter what grades you got in school. Какие оценки у вас были в школе. All that matters is your ability to get results. For yourself and your company. Гораздо важнее ваше умение получать результат для себя и для своей компании. And so top people have a key focal point on results. Поэтому люди выдающиеся, они концентрируют свои усилия на получении результата. The top 10% think about results all the time. Верхние 10% постоянно думают о результате. And they're always asking what results are expected of me. Все время задаются вопросом, каких результатов от меня ждут. Worst thing you can do is to get the wrong results. Потому что самое страшное, что вы можете сделать, это приносить не те результаты. Some people work very hard on unimportant jobs. Некоторые люди очень упорно работают, но делают совсем не то, что должны. And if you make a lot of progress on unimportant jobs, it actually hurts you rather than helping you. И если вы будете тратить свои усилия и получать прогресс в чем-то совершенно неважном, это пойдет вам только во вред, а не на пользу. So here are some questions. Поэтому вот мои вопросы. Question A is, what are your highest value activities? Вопрос первый. Каковы самые ценные из ваших действий? You need to be absolutely clear about the most valuable results you're expected to get. Вы должны очень четко представлять себе, какие результаты вы планируете получить. Question B is, what are your key result areas? Следующий вопрос. Каковы ваши ключевые сферы компетенции? For example, in selling, there are 7 key result areas. Вот, например, в продажах таких сфер компетенции 7. The first is to prospect and to find new people to talk to. Первое – это умение искать потенциальных клиентов и, соответственно, налаживать с ними контакт. This is essential to your success. И этот навык для вас незаменим. And the second is to establish rapport and trust with these people. Второе – умение налаживать отношения и вызывать доверие у людей. So that they like you and trust you and are willing to listen to you. Для того, чтобы вы им нравились и для того, чтобы они готовы были к вам прислушаться. And the third key result area is to identify their needs accurately. Третья сфера компетенции – умение определять потребности клиентов. And the fourth key result area is to present Infinum products and services as the best choice. Четвертая сфера компетенции – это умение презентовать возможность и продукты Infinum для того, чтобы показать, что это лучшее решение. And the fifth key skill is to answer objections and questions. Пятая сфера компетенции – умение отвечать на вопросы и работать с возражениями. And the sixth key skill is to close the sale and get them to take action and buy something. Шестая сфера компетенции – умение завершать продажу, заключать сделку и переходить к активным действиям со стороны клиента. And number 7 is to make resales to the same people
And to get them to refer you to other people. И седьмая сфера компетенции – это умение продавать снова и снова тому же клиенту, поддерживать отношения и делать так, чтобы он рекомендовал вас своим друзьям. Now these are all specialized skill areas. Все эти сферы компетенции очень такие узкие. But they're all learnable skills. Но всем им можно научиться. And your success comes from improving in each of these areas. И ваш успех идет от вашего совершенства во всех этих сферах компетенции. И, соответственно, все ваши проблемы происходят из-за того, что вы в какой-то из сфер недостаточно совершенны. Следующий, третий вопрос. Почему вы до сих пор находитесь на зарплате, живете на зарплату? What do they pay you money for? За что вам платят эти деньги? If your little son or little daughter asked you, why do they pay you money? Или, допустим, вы получаете свой доход, и ваш сын спросит: папа или мама, за что тебе платят деньги? За что ты получаешь деньги? What would be your answer? Подумайте, что вы ему скажете, за что вы получаете деньги? Many people at work don't know the answer. Многие люди упорно работают, но на этот вопрос не могут ответить. This fourth question is my favorite. Четвертый вопрос вообще мой любимый. What can you and only you do that if done well will make a real difference? Что можете делать вы и только вы, если это будет получаться хорошо, принесет действительно ценность этому миру? Что это? If you do this and do it well, it can really help you. Подумайте, что из того, что делаете вы и только вы, приносит миру настоящую ценность? If you don't do it, no one else will do it. Допустим, если вы это делать перестанете, этого не сделает уже никто. So what is the one thing that only you can do in your work? Есть ли хоть что-нибудь такое, что можете хорошо сделать только вы, и от этого зависит благосостояние людей вокруг вас? And you should be asking this every hour of every day. Причем этот вопрос нужно задавать себе каждый час каждого дня. Ориентация на результат – одно из главных качеств успешных людей. Каковы ваши самые ценные действия? Каковы ваши ключевые сферы компетенции? За что вам платят зарплату? Что из того, что делаете вы и только вы, приносит миру истинную ценность? Now the next orientation I want to share with you is called solution orientation. Следующая сфера ориентации, пятая, о которой я хотел бы рассказать, это ориентация на решение. Now I asked you before if anybody here had any problems. Я задавал вам вопрос раньше, у кого из вас есть проблемы? We all have lots of problems. И мы все поняли, что проблемы есть у каждого из нас. And we say this, we say that success is the ability to solve problems. И можно сказать, что успех – это ваше умение справляться с проблемами. Leadership is the ability to solve problems. Лидерство – это умение решать проблемы. What stands between you and any goal is merely problems. По сути, единственное, что стоит между вами и достижением ваших целей, это проблемы. So the entire quality of your life is determined by your ability to solve problems. Поэтому, по сути, умение ваше решать проблемы – это то, что определяет качество вашей жизни. And here's the key. И вот в чем ключ. Think about the solution. Думайте о решении. Not the problem. А не о самой проблеме. Most people focus on the problem and who is to blame. Большинство людей продолжают анализировать проблему и думают, кого бы в ней обвинить. What happened? Что произошло? Why did this happen? Почему это произошло? Who did it? Кто же виноват? But not the top people. Но так мыслят неуспешные люди. If something has happened, they put it aside. Успешные люди, если что-то произошло, смотрят на это и откладывают в сторону. Never become upset about something you cannot change. Они никогда не тратят нервы на то, что невозможно изменить. And you cannot change a past act. А изменить невозможно все, что ушло в прошлое. If something has happened, let it go. Если что-то случилось, ну, забудьте об этом. Keep your mind clear. Не затуманивайте свое сознание. Focus on the solution. Концентрируйтесь на решении. Focus on what action you can take now to solve the problem. Концентрируйтесь на действиях, которые вы можете применить прямо сейчас для того, чтобы решить проблему. If you become angry and upset, your brain shuts down. А если вы начинаете злиться, вы позволяете эмоциям затуманивать ваш мозг, тогда он говорит: я так работать не буду, и отключается. So always when you see great leaders remain calm
when they face big problems. Именно поэтому все выдающиеся лидеры, когда сталкиваются с большими проблемами, продолжают быть спокойными. And they say, what can we do here? Они говорят: так, что здесь можно сделать? And so they follow this process, which I'm going to teach you. И они следуют тому процессу, о котором я сейчас вам расскажу. Number one, define the problem clearly. Первое, они четко определяют сущность проблемы. What is the problem? В чем, собственно, проблема состоит? What has happened? Что случилось? Sometimes it's not a problem. Иногда то, что случилось, даже и проблемой-то не является. Sometimes you have the wrong information. Иногда из-за отсутствия информации вы приняли за проблему то, что проблемы не было. But always stop and say, wait, let's define the problem clearly. Но для того, чтобы это понять, нужно остановиться и сказать себе: так, давайте разберемся. And this very action keeps you calm and in control. И вот это четкое понимание проблемы помогает вам оставаться спокойным и контролировать ситуацию. Number two, ask what else is the problem. Второе, спросите, в чем еще состоит проблема. Is there another way to define this problem? Возможно, эту проблему можно было бы сформулировать иначе. I did an exercise like this for my clients a few years ago. 2 года назад я проводил подобное упражнение со своими клиентами. Because each new definition points you in a different direction for the solution. Потому что чем больше ты перефразируешь свою проблему, тем больше возможных вариантов решения ты видишь, потому что немножко меняется угол зрения. So I would work with companies with a common problem. И мы работали в компаниях с достаточно распространенными проблемами. And they would say our sales are not high enough. Допустим, они говорили: у нас слишком недостаточно высокие продажи. That's a good definition. Это неплохое первичное определение проблемы. So then, if our sales are not high enough, then there's a variety of things we can do. Если у нас недостаточно высокие продажи, мы можем сделать определенное количество вещей, чтобы эту ситуацию исправить. Increase advertising. Допустим, увеличить объем рекламы. Hire more salespeople. Нанять больше продавцов. Lower prices. Снизить цены. So then we say, but what else is the problem? Потом мы задали себе второй вопрос: а в чем еще проблема? And then we could say, well, our competitors' sales are too high. И они подумали и сказали: продажи наших конкурентов слишком высоки. Well, then you would say, now that's a different problem. А, это уже совершенно другой взгляд на проблему. What is our competitor doing to take sales away from us? Мы должны подумать, что делает наш конкурент, чтобы отнимая наших клиентов. What do we need to change or do differently to compete with our competitors? Что мы должны делать иначе для того, чтобы клиентов вернуть и составить конкурентную борьбу нашим врагам по рынку? So we say, what else is the problem? Хорошо, мы говорим: а в чем еще проблема? Well, we are not attracting enough new customers. Мы не привлекаем достаточно новых клиентов. Well, does that mean our advertising is poor? Это значит, что у нас плохая реклама? Or our product offering is poor? Или у нас плохой продукт, или мы его неправильно предлагаем? Or our packaging is poor? Или у нас плохая упаковка, не привлекает внимания? All right, then that leads us in a different direction. What else is the problem? Как бы вы это ни сформулировали, это совершенно новый ракурс. Хорошо, в чем еще проблема? We are not making enough sales to the people who come in response to our advertising. Наши продажи недостаточно высоки, потому что людям, приходящим благодаря рекламе, мы не продаем достаточно. So do we have poor salespeople? То есть получается, у нас непрофессиональные продавцы. Do we need to train our salespeople better? Нужно их научить продавать больше каждому новому клиенту. Do we need to increase incentives for buying today rather than delaying? Или мы должны увеличить количество стимулов, помогающих нашим клиентам покупать сегодня, а не ждать? So then we say, what are all the possible solutions? Потом следующий шаг. Мы определяем все возможные варианты решения. Once you agree on the correct definition, you say, what are all the things we could do to solve this problem? Когда вы приняли некое согласованное формальное определение проблемы, вы пытаетесь понять, что нужно сделать, чтобы ее решить. And then you say, what else is the solution? А потом делаете то же самое. А каково еще может быть решение? You see, there's only 4 ways to change your life. Потому что изменить свою жизнь можно только 4 способами. There's only 4 ways to solve any problem. И решить проблему можно тоже только 4 способами. Number one, you can do more of something. Во-первых, делать чего-то больше. Increase your advertising. Увеличить объем рекламы. Increase your sales training. Увеличить количество часов обучения для продавцов. Or you can do less of something. Второй вариант, можно делать чего-то меньше. You can discontinue a product. Допустим, снять с производства продукт. You can stop advertising or promoting in a particular way. Перестать рекламировать какой-то товар или закрыть кампанию по продвижению. Or number three, you can start doing something brand new. Третье, начать делать что-то новое. Something you haven't done before. Что-то, чего вы не делали раньше. And that's a very big
area of creativity. Это тоже очень большой простор для творчества. And number four, you can stop doing something altogether. И четвертое, просто перестать что-то делать. So there's four ways to solve a problem. Так, по сути, любую проблему можно решить только четырьмя But путями. But you need to develop all the possible definitions of the problem and then all the possible definitions of the solution. Именно поэтому вы должны выработать все возможные варианты определения проблемы и все возможные варианты решения. And the more definitions you have, the better will be your solution when you implement it. И чем больше вариантов у вас будет, тем более взвешенным будет окончательное решение, когда вы будете его уже реализовывать. And now you say, what is the best possible solution? И сейчас вы задаете себе вопрос: из всех вариантов, которые я придумал, какой оптимальный? Of all the solutions we have available, which is the best? Вот из всех вариантов, которые есть, какой из них лучший? And then who is going to be responsible? Вы выбираете варианты, следующий шаг. Кто будет нести ответственность за реализацию? Who is going to implement the solution? Кто будет это решение внедрять? It's amazing how often we have this situation. Меня удивляет, насколько часто появляется такая ситуация. Now, set a measure of success. How will you know if your solution has succeeded? Седьмое, вы должны определить, как вы будете измерять свой прогресс, чтобы понять, что вы движетесь к успеху. You know, when you advertise, you set a measure for a certain number of sales. Когда вы стремитесь к успеху, допустим, вашим измерителем будет количество заключенных сделок. That will bring you a certain amount of profit. Или принесенный этими сделками доход. And you measure your sales results against your cost of advertising. Для того, чтобы, допустим, в компании их можно было сравнить объемы сделок и затраты на рекламу. And you decide, is this a good source way of, to advertise or not? И вы принимаете решение, насколько действительно эффективным является данный способ рекламы. Set a deadline for completing the solution. Следующий наш пункт: создайте для себя крайний срок для завершения внедрения данного решения. And then take action immediately. И потом начинайте действовать незамедлительно. Become professional at solving problems. Станьте профессионалом в решении проблем. Whenever there's a problem, say, okay, stop. Let's define the problem clearly. Как только возникает проблема, сразу скажите себе: так, стоп, давайте определим, в чем она состоит. Is this really a problem? Действительно ли это проблема? Do we have all the facts? Все ли факты у нас есть? All right. What else is the problem? А в чем еще состоит проблема? How did this problem occur? Как эта проблема возникла? There's no point in trying to solve the problem if we are leaving the cause in place. Сами поймите, какой смысл решать проблему, если ее источник так и остается нетронутым. And any goal that you have in life, you can look at like a problem. Любую цель, которую вы поставили перед собой в жизни, можно воспринимать как проблему. Any obstacle or difficulty, you can look at as a problem. Любую трудность, любую задачу, которая у вас есть, можно воспринимать как проблему. And as you get better at solving problems, you get better and better. И совершенствуясь в решении проблем, вы будете овладевать этим навыком все больше и больше. And you get promoted to higher grades in life. И в жизни вы будете переходить все в новый и новый старший класс. Now the rule in life is that the only reward you get for solving problems is the opportunity to solve bigger problems. И есть такая поговорка, что единственной наградой в жизни за умение решать проблемы является возможность решать более сложные проблемы. But every leader was once a little person who solved problems at that level. Но поймите, лидер любого статуса был когда-то обычным консультантом, который просто научился решать проблемы на своем уровне. And as they solved problems at that level, they were given bigger problems. И как только он научился решать проблемы на своем уровне, его допустили к проблемам большего масштаба. And with bigger problems comes higher income. А с большими проблемами приходит больший доход. And more authority. Больше полномочий. And more responsibility. Больше ответственности. But the problems never stop. Но проблемам нет конца. Number C is to use the process of mindstorming on every problem. Следующий пункт: используйте мозговой штурм для обдумывания проблемы. Now I have some good news for you. У меня для вас есть хорошие новости. Everyone in this room is a potential genius. Каждый сидящий здесь является гением в потенциале. I say you are a potential genius in that you have the mind power to function at high levels. Это значит, что у каждого из вас достаточно интеллекта и сознания для того, чтобы достичь уровня гениальности, если вы примете такое решение. Alt has 4 ideas in a year. На самом деле, среднестатистическому взрослому в голову приходят всего 4 ценные идеи в год. They immediately discard 3 of them as being no good.
Причем три из них они сразу отбрасывают с мыслью, а, нет, это бессмыслица. And then they'll try one once and give up. Потом они четвертую пробуют один раз, что-то не получилось, и они сдаются. So most people function at very low levels of creativity. Именно поэтому большинство людей в жизни действует на самом низшем уровне своих творческих способностей. Акцентируйте ваше внимание на решении проблемы, а не на самой проблеме. Четко определите сущность проблемы. Найдите все возможные варианты ее решения. Выберите наилучший вариант. Установите ответственного за выполнение решения. Установите критерий успеха. Определите крайний срок решения проблемы. Начните действовать незамедлительно. With regard to entrepreneurs, что касается больше предпринимателей, they have intense sales orientation. Безусловно, все предприниматели ориентируются на продажи. The best businesses, все самые успешные бизнесы, are focused on sales. Концентрируются именно на продажах. You and I can start from wherever we started from. И мы с вами можем начинать с любой точки. And by learning how to sell, we can create a wonderful life for ourselves. И научившись продавать, мы можем создать жизнь любую, о которой мечтали. So think about making sales all the time. Поэтому постоянно думайте о том, как можно что-то кому-то продавать. Get up in the morning and think about making sales. Просыпайтесь с утра и думайте о завершении продажи, о заключении сделки. All day long, think about sales. Весь день думайте о том, как это можно успешно сделать. Take this exercise and write, how can I double my sales in the next 30 days? Возьмите вот это упражнение и задайте себе вопрос, как я могу удвоить объемы своих продаж в ближайшие 90 дней? Generate 20 answers. 20 ответов я жду от вас. Take action immediately. И по одному из них начните действовать незамедлительно. In sales orientation, here's the first question. Если вы ориентируетесь на продажи, вот наш следующий пункт, тогда вот какой первый вопрос себе нужно задавать. What exactly do you sell? Что конкретно и именно вы продаете? Now, I have to give you some bad news. Я, к сожалению, должен вас расстроить. Nobody cares about your product. Никому нет дела до вашего продукта. Nobody cares about your services. И ваши услуги тоже никому не интересны. Only care about one thing. Всем людям интересно только одно. Themselves. Они сами. And they only care about how your products or service benefit them. Именно поэтому они, им интересно только то, как ваши продукты или услуги могут быть полезны им. So always define and describe your product or service in terms of the benefits. Поэтому всегда определяйте любой продукт, любую услугу вашу на языке выгод для вашего клиента. Nobody wants life insurance. Никому не нужна просто страховка или страхование жизни. But everybody wants peace of mind and security for their family. Но все хотят обрести душевный покой и гарантировать безбедное будущее своей семьи. Second question is, what does your product or service achieve for your customers? Следующий вопрос, который нужно себе задавать: чего достигает данный продукт или услуга для клиента? Что приносит ему? You see, from the beginning of time, customers only buy one thing. Потому что с начала времен клиенты покупают только одну вещь. They buy improvements. Совершенствование. Is customers only buy a product or service if it helps them to achieve a goal? Они покупают нечто, что помогает им совершенствоваться, то есть идти вперед, достигать цели. Sometimes you have to help your prospects be clear about their goals. Именно поэтому вам часто приходится помогать вашим клиентам ставить цели перед самими собой. And once they're clear about their goals, you have to show them that your product is what gets them to their goals. Потому что как только они определились с тем, какова их цель, вы должны им показать, что ваш продукт или услуга — это как раз путь к этой цели. But if the customer is unclear about their goals, it is impossible to sell. Потому что если клиент совершенно не представляет себе свою жизненную цель, тогда продать ему что-либо невозможно. Now number two is very important. Второй пункт тоже очень важен. It's the identification of your ideal customer. Вы должны представить себе и определить своего идеального клиента. Who is your target market or your ideal customer? Представьте себе своего целевого клиента, свой целевой рынок. Again, clarity is very important. И здесь я повторяю, не менее важна четкость. All the market research in the world is aimed at becoming clear about the customer. Потому что все маркетинговые исследования мира создаются только для того, чтобы четче представлять себе клиентов. How else would you describe a perfect customer? Как еще вы бы описали своего идеального клиента? Now here's an exercise that we do.
И вот упражнение, которое мы делаем. We say, imagine that you met someone socially or at work. Мы говорим, представьте, что вы с кем-то познакомились на работе или просто в общении. And the person asks you, what do you do? И человек спрашивает вас, чем вы занимаетесь? And you always describe your product in terms of benefits. И вы всегда описываете свой продукт или услугу с точки зрения выгоды для клиента. Now, number three, why should your ideal customer buy your product or service? What value does he get? Третье, почему должен ваш клиент, потенциальный или идеальный, покупать ваш продукт? Какую ценность он получает? And you need to know why. What is the value that your customer enjoys from buying your product or service? Вы должны понять, что, зачем, что, какова причина. Now let us say we're talking about financial services. Let us talk about insurance. Допустим, давайте поговорим о страховке. So now you have explained why a person should have proper insurance. Если вы объяснили самому себе, почему человек должен приобретать страховку. I say, okay, I'm convinced I need insurance. Я говорю, допустим, хорошо, вы меня убедили, мне действительно нужна страховка. The next question is, why should he or she buy it from you rather than from someone else? Следующий вопрос, почему ваш клиент должен купить страховку именно у вас, а не у кого-то другого? And it's amazing how many people make the sale and then lose it to someone else. Очень часто люди продают человеку, клиенту концепцию продукта, но сам продукт он покупает у другого. So why should someone buy the product or service from you personally? Так почему же этот человек должен купить то, что вы предлагаете именно у вас? Now, question number five is, where is your ideal customer? Пятый вопрос. Где ваш идеальный клиент? The more clarity you have with regard to where your ideal customer is, the easier it is for you to market. Чем чаще вы поймете, где ваш клиент и каков он, тем проще вам будет его искать. Number six, who is your competition? Шестое, кто ваши конкуренты? I know that the company is growing rapidly. Я знаю, что компания сейчас растет потрясающими темпами. But you meet competition or hear about competition all the time. Но при этом мы встречаемся с конкурентами и слышим о конкурентах постоянно. So you must think through, who is my competition? Поэтому продумайте, кто ваши конкуренты. And then, in what ways is your product or service superior to your competition? И потом подумайте, почему ваш продукт или услуга, чем он лучше, чем продукт или услуги ваших конкурентов? One thing you can offer a customer that no one else can offer. Вы должны сконцентрироваться на том единственном, что только вы можете предложить клиенту. Людям не интересен ваш продукт или услуга. Их интересует лишь то, как ваши продукты и услуги могут быть полезны им. Определите ценность вашего продукта или услуги для клиента. Чем полезен ваш продукт или услуга вашему клиенту? Что выигрывает ваш клиент, покупая именно у вас? Как изменит ваш продукт или услуга жизнь вашего клиента? So, let's talk about money orientation. Top people think continually about how they can earn and keep more money. Так вот, давайте с вами поговорим про ориентацию на деньги, когда люди размышляют над тем, как они могут зарабатывать больше. How can they serve other people better? Как они могут служить другим людям лучше? And then how can they hold on to the money rather than spending it all? Как сохранять деньги вместо того, чтобы пускать их по ветру? So number one, determine your desired hourly rate. Поэтому первое, определите свою желаемую оплату в час. How much do you want to earn each hour? Сколько вы хотите получать в час? And then ask yourself every minute, is this paying me the amount of money that I want to earn? И каждую минуту задавайте себе вопрос, то, что я делаю сейчас, приносит мне желаемый доход в час? If you're sitting drinking a cup of coffee, you say, does this pay me the amount of money I want to earn? Когда вы сидите и просто пьете кофе, задайте себе вопрос, это приносит мне желаемый уровень оплаты в час? And here's the great question. И вот великий вопрос. You keep asking yourself this question. Который нужно постоянно себе продолжать задавать. Would I pay someone else to do what I'm doing right now? Заплатил бы я кому-то другому за то, чтобы они сделали то, что делаю я? Would I pay someone else my hourly rate to do what I'm doing right now? Заплатил ли бы я кому-либо эти деньги за то, что он делает, будет делать то, что я делаю сейчас? And if you wouldn't, stop doing it and start doing something that pays you
the kind of money that you want to earn. И если вы не готовы заплатить другому человеку за то, что вы сейчас делаете те деньги, которые хотите получать в час, перестаньте это делать. We talked about the law of cause and effect. Здесь мы опять же говорим о законе причины и следствия. The work that you put in is the cause, and the money that you earn is the effect. Работа и усилия, которые вы вкладываете, это причина, доход – следствие. In the Bible, they have the law of sowing and reaping. В Библии есть закон, который у нас получил форму поговорки, что посеешь, то и пожнешь. Which says that whatever you sow, that is what you will reap. То есть, по сути, то, что ты сеешь в землю, такой урожай ты собираешь. So if you want to get back more, you must put in more. Поэтому чем больше урожай вы хотите собрать, тем больше вы должны посеять. Number two, determine the three most important tasks you do that pay you the most. Определите три самых важных действия, которые приносят вам больше всего дохода. The law of three is universal. Правило тройки – это универсальное правило. Find ways to eliminate or to delegate little tasks. Найдите способ либо избавиться от ненужных вам задач, либо делегировать их. Put them off until later. Можете отложить их на попозже. Question: Does anyone here procrastinate? Вопрос: кто-нибудь из вас любит тянуть время и откладывать все на потом? Of course. Я думаю, все мы. Now, what's the difference between the top performer and the average performer? И в чем здесь разница между успешными и неуспешными людьми? Well, they all have both have a list of things they have to do each day. У каждого из них есть список вещей, которые необходимо сделать каждый день. The top performer, however, procrastinates on the little things. И успешный человек откладывает только самые мелкие и неважные дела. On the unimportant things. Совершенно не имеющие приоритета. The poor performer procrastinates on the big things. А вот человек, не имеющий успеха, все откладывает и откладывает самые важные, но самые сложные дела. So, you are going to have to procrastinate every day. Да, что-то вам каждый день придется откладывать. Because you have too much to do. Потому что дел огромное количество. So, what we say is consciously procrastinate. Именно поэтому я призываю вас откладывать с умом. Procrastinate on low-value activities so you have more time for high-value activities. Откладывайте то, что сейчас не важно, для того, чтобы оставалось время на то, что сейчас гораздо более приоритетно. Now, number three, it says save 10% or more of your income each month. Третье. Откладывайте или копите 10% вашего дохода в месяц. 10% of your income saved throughout your life will probably make you financially independent. Если вы будете каждый месяц откладывать 10% своего дохода или больше, это через какое-то время сделает вас финансово независимым. But there's a reason for saving. Но коплению, накоплению есть определенная причина. It's because it requires self-discipline. Накопление так полезно, потому что оно требует от вас самодисциплины. It requires self-control. Самоконтроля. It requires delaying gratification. Вы как бы оттягиваете собственное вознаграждение. And so when you save money, you become a stronger person. И когда вы откладываете деньги, учитесь копить, по сути, вы становитесь гораздо более сильным человеком. When you save money, you become a better thinker with regard to money. Когда вы учитесь копить, вы начинаете свои деньги воспринимать гораздо более серьезно. Постоянно думайте о том, каким образом вы можете заработать больше денег и что с ними можно будет сделать. Определите свою желаемую почасовую оплату. Определите три самых важных занятия, которые приносят вам наибольший доход. It has been said that if you can't save money, then you are too weak to be successful. Некоторые люди говорят, что если вы не научились копить, тогда вы слишком слабы для того, чтобы быть успешным. So saving money gives you a strong core with regard to money. Умение копить помогает вам выстроить в себе вот этот финансовый стержень. Now, most of us are in debt. Большинство из нас, к сожалению, имеет определенные долги. We would like to save money, but we can't. Мы бы хотели копить, да не получается. So I'm going to give you two formulas for becoming wealthy. Поэтому я хочу дать вам две формулы, которые помогут стать более благополучными. Both of them work. Большинство из обе эти формулы работают. If you use both of them together, they work twice as fast. А если будете вместе эти формулы использовать, они будут работать в два раза быстрее. Formula number one is quite amazing. Формула номер один удивительная.
Begin today to save 1% of your income. Если сегодня вы начнете экономить, копить 1% вашего дохода. Have a special bank account that you put 1% into every week or every month. Вы можете создать некий банковский счет, на который вы каждую неделю или каждый месяц откладываете всего 1% вашего дохода. And then become comfortable living on the other 99%. И вы приучаете себя комфортно существовать на оставшиеся 99%. Anybody can save 1%. Я думаю, что уж 1% откладывать okay. может каждый из нас. Now, after you've done this for 2 or 3 months, you become comfortable living on 99% of your income. После того, как вы приучили себя в течение 2-3 месяцев жить на 99%, и вам стало совершенно комфортно, so then you increase it to 2%. Вы можете откладывать уже 2%. And live on 98% of your приучая income. Себя снова жить на 98%. And then you increase 3%. And live on 97%. Потом вы увеличиваете эту сумму до 3 и живете на 97%. Now, if you do something over and over, what do you develop? И если вы повторяете одно и то же много-много раз, у вас вырабатывается что? You develop a привычка. Habit. And within 1 year, you'll have the habit of saving 10% and living on 90%. И через год вы приучите себя совершенно комфортно существовать на 90% вашего дохода, откладывая при этом искомые 10%. And this bank account will start to grow. А вот этот банковский счет начнет расти. And you keep putting money in here and you never spend it. Вы будете продолжать пополнять его и никогда не снимать с него деньги. This is not to buy a house or a car. Потому что этот счет не для того, чтобы что-то купить, ни дом, ни машину. This is called your financial freedom account. Это будет называться банковский счет вашей финансовой свободы. Money only goes one way. Деньги на этом счету идут только в одном направлении, на него. You never take it out except to invest it. Вы никогда не снимаете деньги с этого счета, за исключением случаев, когда вы инвестируете в то, что зарабатывает еще больше денег. Many people save 15% or 20% of their income. Многие люди научились экономить 15-20% откладывать своего дохода. And they don't even notice it. И они совершенно этого уже не замечают. And 5 or 10 years later, they're financially independent. И 5-10 лет спустя они с удивлением обнаруживают, что они совершенно финансово независимы. Now here's what we call the wedge technique. Вот что мы называем техникой клина. If you decide to do this in advance, you'll find that it's completely painless. И если вы будете делать это какое-то время, вы поймете со временем, что это совершенно безболезненно. Because what you are doing is you are agreeing not to spend money that you don't even have yet. Потому что, по сути, принимая такое решение, вы принимаете решение не тратить деньги, которых у вас и так пока нет. So if your income increases by 1,000 rubles, you spend 500, you save 500. Допустим, если ваш доход увеличится на 1,000 рублей, вы на себя тратите только 500, а 500 откладываете. And if you combine this with your growing skills in this company, eventually this increase will go up higher and higher. И если вы сочетаете вот эту технику с вашими растущими навыками и знаниями в этой компании, соответственно, ваш доход будет гораздо быстрее расти, отрываясь от ваших расходов. So your first job is to get out of debt completely. Поэтому ваша первая задача – полностью избавиться от долгов. And your second job is to start to build your financial freedom account. И вторая ваша задача – начать развивать свой банковский счет имени финансовой независимости. Now, number 5, we say delay or defer major expenses. Пятый наш пункт. Постарайтесь отложить или отсрочить какие-то глобальные расходы. Whenever you are considering a large expense, put it off for 1 month. Каждый раз, когда вам предстоит приобрести нечто дорогостоящее, отложите эту покупку на месяц. It is amazing how many things you don't buy if you think about them for a month. И вот что удивительно, стоит вам поразмышлять над этой вещью в течение месяца, вы удивитесь, сколько бездумных покупок вы перестали совершать. Or if you do buy them, you make a much better decision. Потому что если вы в итоге что-то купите, проразмышляв целый месяц, эта покупка будет очень взвешенной и продуманной. Number 6 is keep track of everything you spend. Шестое, следите за своими расходами, учитывайте их. We find that if you just make a note of everything you spend, you will spend less. Если вы будете просто записывать то, что потратили, вы будете тратить гораздо меньше. Практикуйте технику клина для достижения финансового благополучия. Каждый месяц откладывайте 10% и больше из вашего дохода, никогда не снимая со счета эти накопления. Отложите крупные расходы на потом. Отслеживайте все ваши расходы.
Growth orientation. Итак, следующий наш пункт – ориентация на рост. In a competitive society, the future belongs to people who are very good at what they do. В конкурентном мире будущее принадлежит компетентным, тем, кто отлично разбирается в том, что делает. So number two, we say to earn more, you must learn more. Второе, чтобы больше получать, нужно больше изучать. You've reached the top of what you can do with your current knowledge. Как только вы достигли своего потолка, дальше вы не двинетесь, пока у вас этот потолок не повысится. To go up any higher, you must learn and apply new things. Для того, чтобы продвинуться выше, вы должны своими знаниями поднять этот потолок. And the question is, what do you need to learn that will help you the most? Возникает вопрос, что нужно выучить или узнать для того, чтобы в своей жизни внести самые большие положительные изменения? Now C, it says invest 3% of your income back into yourself. Следующий наш пункт. Вкладывайте 3% своего дохода в собственное развитие. 3% seems to be the magic number. Не знаю почему, но 3% действительно какое-то волшебное число. 3% of your income seems to make you a personal growth machine. Именно вот эти 3% делают вас такой машиной роста и развития. Now, there have been several studies done on the return on investment in yourself. На самом деле было проведено огромное количество исследований по окупаемости вложений в самого себя. Two large companies, Motorola and IBM, did these studies. Две очень крупные компании, Motorola и IBM, спонсировали данные исследования. They said that for every $1 of investment in their people, they were getting back $30 to $33. Эти исследования показали, что на каждый вложенный в обучение людей доллар они получают обратно $30-$33 дохода. When you invest in yourself, that will be the return in your income. Когда вы вкладываетесь в себя, деньги вернутся вам в качестве дохода. Number two, rewrite your goals every morning. Но есть второе правило: каждое утро переписывайте свои цели. Here's my goals. Вот мой список. I carry a little notebook, a school notebook. У меня есть просто с собой тетрадочка, обычная абсолютно тетрадка школьная. Every morning I rewrite my goals. И каждое утро я свои цели переписываю на новый листочек тетрадки. But here's the key. You don't look back to the previous page. Но вот в чем ключ. Вы не списываете с предыдущей страницы, а пишете как бы заново. You write them brand new each morning. Вы каждое утро пишете их свежим взглядом. And they will start to change. Вы заметите, что они начнут меняться. Number three, plan every day in advance. Третье, планируйте каждый день заранее. Make a list and plan the whole day in advance before you begin. Планируйте каждый день заранее перед тем, как приступать к рабочим делам. If something new comes up, write it down before you begin. И если что-то вдруг появилось, впишите это в свой план, но не начинайте это делать, пока не вписали в план. Always work from a list. Всегда работайте по списку. Number four is set priorities on your list before you begin. And always concentrate on number one. Четвертое. Перед тем, как начать действовать по списку, расставьте там приоритеты и начинайте всегда с самого важного. You can increase your productivity by 50% to 100% the first day. Вы можете тем самым увеличить свою продуктивность на 50, а то и на 100% в первый день. By disciplining yourself to work on your most important task before anything else. Просто приучив себя сначала выполнять самое важное задание, а потом уже все остальное. Number five, listen to audio programs in your car. Пятое, слушайте аудиопрограммы в своей машине. If you sit in Moscow traffic, you sit there for 500 hours a year. Если вы проводите время в московских пробках, вы тратите это время впустую в течение 500 часов в год. Инвестируйте 3% от ваших доходов в себя. Каждое утро заново переписывайте свои цели. Планируйте каждый свой день заранее, перед тем, как начать действовать по плану. Расставьте приоритеты и начинайте с самого важного. Во время езды в машине слушайте аудиокниги. Регулярно посещайте курсы и семинары, касающиеся вашей профессиональной деятельности. Ориентация на людей. This is really the most important of all. Это, пожалуй, наверное, самое важное.
Most of our happiness in life will come from our relationships with other people. Большинство счастья или несчастья в нашей жизни происходит от наших отношений с людьми. Most of our problems in life will come from problems with other people. Если у нас проблемы в отношениях с другими людьми, проблем в жизни не миновать. Nobody shoots themselves or kills themselves because their lawnmower doesn't work. Никто не убивает себя, не кончает жизнь самоубийством, потому что у него не работает стиральная машина. Yeah, it's always people problems. Всегда какие-то отношения с людьми доводят людей до такого состояния. So A, you need balance between your work and your personal life. Поэтому первый наш пункт здесь: сбалансируйте свою личную жизнь и жизнь трудовую, рабочую. And sometimes people ask me, well, how do you achieve balance between your family and your work? Очень часто мне задают вопрос: как сбалансировать жизнь личную и жизнь на работе? I say, well, if a tightrope walker is walking on the wire, how often does he balance? Я говорю: ну, вы понаблюдайте за канатоходцем, когда он идет по канату, насколько часто он постоянно себя выравнивает снова и снова? How often? Насколько часто? All the time. Постоянно. That's the way it is in life. И в жизни точно такая же ситуация. There's no formula. Нет какой-то единой формулы, чтобы раз и пошел. You work on it all the time. Вы постоянно ищете новый баланс каждую секунду. So we say, B, a feeling of stress arises when your values are not in alignment with your activities. Когда ваши ценности и ваши действия не сочетаются, возникает стресс. Each person has a core of values. У каждого человека есть некий ценностный стержень. And when you are living consistent with your values, you feel at peace. И если вы живете в соответствии со своими ценностями, вы пребываете в мире. The second way to make others feel important is appreciation. Следующий способ помочь человеку почувствовать себя важным – это ценить его. Always say thank you. Всегда говорите спасибо, будьте благодарны. Whenever you say thank you, you make a person feel more valuable. Когда вы говорите человеку спасибо, он чувствует себя гораздо более ценным. You make them feel happy. Ему от этого гораздо радостнее. And each time you say thank you, you feel happier as well. Плюс, когда вы говорите человеку спасибо, радостнее становится вам. When you smile at people and say thank you, they feel happy and you feel happy. Когда вы улыбаетесь и говорите человеку спасибо, вам хорошо и человеку приятно. And the third is admiration. Третье – восхищение. Which is to admire their clothing, admire their accomplishments, admire something about another person. Вы восхищаетесь достижениями других людей, тем, как они выглядят, тем, как они ведут себя, возможно. We say everybody likes a compliment. Потому что, как мы говорим, комплименты нравятся всем, чувствуем. So whenever someone does anything, always praise them for it. Поэтому, если что-то кому-то удалось, обязательно похвалите этого человека. And number five is attention. И пятое – это внимание. Listen carefully to others when they speak. Когда люди говорят, слушайте их внимательно. Attention and listening are the most powerful ways to build self-esteem. Внимание и умение слушать – это, пожалуй, самый важный инструмент, помогающий людям чувствовать себя увереннее. D is when you work, work all the time you work. Следующий пункт: когда вы работаете, работаете все время, которое вы проводите на работе. The reason our lives get out of balance is because we don't work hard enough when we're working. Очень часто наша жизнь теряет баланс, потому что мы приходим на работу, но не работаем. And so then we take work home and we work in the evenings and the weekends. Потом мы несем работу домой и удивляемся, почему мы начинаем работать там, где работать не положено, дома или в выходные. So when you go to work, work 100%. Поэтому, когда вы идете на работу, выкладывайтесь на 100%. Don't spend time talking with other people. Не надо тратить время на бессмысленную болтовню с другими людьми. Don't spend time in long coffee breaks and lunches. Не надо выходить на обед или на перерыв на кофе только чтобы не работать. Just work all day long. Сконцентрируйтесь, поработайте. Then you finish all your work. А потом, когда вся работа будет закончена, and when you're with your family, be there 100% of the time. Свободное время вы можете посвятить семье. Вот следующий пункт: когда вы общаетесь с семьей, общайтесь с ними на 100%. Now here's our last orientation. И вот наша последняя сфера ориентации. It's actually our first orientation. С которой мы, собственно, начинали. Action orientation. Это ориентация на действие. The most outwardly identifiable quality of top people. Потому что ориентация на действие – это самая важная черта любого выдающегося человека. They are constantly in motion. Они постоянно в движении. They're action oriented. Они постоянно что-то делают. They hear a good idea and they take action immediately. Они услышали хорошую идею, тут же ее реализуют. They develop a sense of urgency. Они постоянно развивают в себе вот это ощущение срочности. They want to implement the action now.
Они чувствуют, что все нужно сделать срочно. Вот любую идею нужно воплотить тут же. Become proactive at everything you do. Они, следующие, становятся проактивными во всем, что делают. Remember, 80% of the population is passive. Помните, 80% населения Земли просто пассивны. They're standing there. Они стоят и ждут автобус. They're waiting for something to happen. Вдруг что-нибудь произойдет. Only the top 10%, 20% are proactive. И только самые верхние 20% проактивно делают что-то сами. And as we say, use the momentum principle of success. И как мы уже говорили, используйте в успехе принцип инерции, наращиваемого движения. Once you get started, keep going. Как только вы начали двигаться, не останавливайтесь. Don't stop. Нельзя останавливаться, двигайтесь дальше. Now the last question that we have here is, what one action are you going to take differently as a result of today? И возникает самый важный вопрос. Какое одно действие вы начнете, какую идею вы начнете воплощать в жизнь немедленно по результатам сегодняшнего дня? Следует сохранять баланс между работой и личной жизнью. Поступайте так, чтобы окружающие чувствовали, что вы цените их. Когда вы работаете, посвящайте все время работе. Когда вы проводите время с семьей, будьте в это время на 100% с ними. Last seven rules for the 21st century. Итак, последняя наша часть — это 7 правил эффективного лидера в 21 веке. Number one, your life only gets better when you get better. Первое, ваша жизнь становится лучше только когда вы становитесь лучше. And there is no limit to how much better you can get when you get on to the highway. И как только вы начинаете, выходите на наше шоссе, нет никаких пределов, как мы уже говорили. It's like the Autobahn. Как на автобане, никаких ограничений. Вы можете совершенствоваться всю жизнь. Второе, совершенно не важно, откуда вы. All that matters is where you're going. Гораздо важнее, куда вы идете. And where you're going is limited only by your imagination. И то, куда вы можете двигаться, ограничивается исключительно вашим воображением. It says anything worth doing well is worth doing poorly at first. Все, что стоит того, чтобы делать хорошо, стоит того, чтобы вначале много ошибаться. Nothing works the first time. Потому что действительно ценная вещь стоит того, чтобы много ошибаться в самом начале. You may have to try something 5 or 10 times before you master it. Возможно, что-то не сработает. Придется попробовать 5-10 раз, но потом оно действительно будет стоить того, это мастерство. So just keep trying over and over again. Till you succeed. Просто пытайтесь снова и снова до тех пор, пока вам не удастся достичь успеха. Number four, you are only as free as your well-developed options. Четвертое, у вас столько свободы, сколько у вас есть вариантов действия. Now what that means is that the more you learn, the more choices you have. Это значит, что чем больше у вас информации, тем больше у вас продуманных вариантов. The more skills you have, the more things you can do. Чем больше у вас навыков, тем больше у вас вариантов действия, больше свободы. Now, number five, within every obstacle or difficulty you face, there is the seed of an equal or greater benefit. Пятое, в любой трудности или проблеме скрывается возможность или выгода. In other words, within every problem, there's an opportunity or possibility. В каждой проблеме, в каждой сложности вас ждет какая-то возможность, главное ее разглядеть. And it's usually disguised as a lesson. Причем обычно она принимает форму урока. So look at any problem you have in life and say, ha, maybe this is an opportunity. Поэтому каждый раз, когда у вас возникает проблема в жизни, начинайте ее изучать, думать, где же это зерно, где же этот урок. Now number six says you can learn anything you need to learn. Шестое, вы можете научиться всему, чему хотите. To achieve any goal that you set for yourself. Вы можете достичь любой цели, которую поставите перед собой. All business skills are learnable skills. Потому что я повторяю, любой навык, любому навыку бизнеса можно научиться. And the last point is that the only real limits on what you can do are the limits you place on yourself. With your own doubts and fears. И последний пункт, единственные ограничения, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, это ограничения, которые вы сами на себя накладываете из-за сомнений и страха. Your life and my life, we have fears and doubts
that hold us back. В жизни каждого из нас есть какие-то страхи и сомнения, которые не позволяют нам двигаться вперед. But they exist only in our own minds. Но мы их сами себе создаем. No matter what you want to accomplish with this business. Независимо от того, чего вы хотите достичь в этом бизнесе. The door is not locked. Поймите, дверь никто не запирал. There are no limits. Ограничений нет, она открыта. Thank you. Спасибо. Первое правило. Ваша жизнь становится лучше только тогда, когда вы становитесь лучше. Второе правило. Не важно, откуда вы, важно, куда вы идете. Третье правило. Действительно ценная вещь стоит того, чтобы много ошибаться в самом начале. Четвертое правило. Вы свободны настолько, насколько развиты ваши навыки. Пятое правило. Несмотря на трудности и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, всегда есть шанс получить равные или даже большие возможности и выгоды. Шестое правило. Вы можете научиться всему, что необходимо вам для достижения любой цели, которую вы ставите перед собой. Седьмое правило. Единственное, что ограничивает вас на пути к достижению цели, это ваши сомнения и страхи.